О, Димон, ты завязывай так наушники бросать, а то они фонят вообще. Слышь, монет, алло. Бля, братан, вы... алло, алло. Запись, что ли, стрима идет, Дим? Да? Выключай звук. Сейчас фонить начнем. Какой звук? Звук со стрима убирай, фонит все сильно очень. А у меня нету его вообще. Да это у тебя микрофон фонит. Не, ну я повторение слышу, прям алло, реально алло. Повторение. Повторение, так может у кого-то в этом динамике. Нет, где-то. Вот все пропало. Блин, нет. Ну-ка, сейчас. Не, алло, алло. Я алло. Нормально слышу. Алло. Алло, алло. А, подожди. Стоп. Что такое? Все, прошу прощения, это я косякнул. Вот так вот. Я уже наушники себе на голове чуть не разбил. Чуть не оглох на одно ухо, начал долбить где микрофон. Так. Так, подождите секундочку. Прям 5-10 секунд. Маленькое объявление, да, сделаем. Новая синхронизация света SVMP в мультиплеере версии 3 будет. С автоматическим включением ночью и выключением днем. Утром. Вот. Так что, ребята, это мы сейчас все прокатим. Увидите и буквально в ближайшее время там. Так, ну что, начинаем, да? Сегодня да? вечером. Да? Сегодня вечером или утром выложим. Алло, алло. Ну что, начинаем? Да, ну что, ребят, всем привет, ребят, кто смотрит. 6 человек уже на стриме. Здравствуйте, я играю, но тоже смотрю. Всем вот, привет. Вот, и сейчас смотрю. Сейчас будет лагать тут у нас у всех. Видите, модем перегрузил, а то перегреется. Не, он не нормально, он у меня нормально. Не греется он у меня. Ну, у меня вот сегодня два раза выплевывало, я не знаю. Ой. Короче, ребят, играем мы сейчас с вами на... То есть будете смотреть стрим на карте 27-й километр. Автором данной карты у нас является Денис Абрамкин. Вот. Обещаю хардкор, так что смотрите, наблюдайте, как мы будем здесь... Как будем мы здесь мучиться. Валяться будем. Как читерские машины не будут ехать, короче. Так, да. Все считают, что у нас читерские машины. Вот, считайте, и дальше так оно и есть. Сейчас целый кузов читов нагрузим и поедем. Да. Так, драйвер, ты грузишь классос, я мечес. Давай, Колян, бери там тракс какой-нибудь, я не знаю. Читерские файлики все нахапаем и погоним. Все уже готово. Уже все зачитерено, что можно. Блин, еле проснулся, елки-палки, вообще. Больше полтора суток боролся со светом. Наконец-то добил. Ладно, давайте, поехали. Кстати, я так понимаю, синхронизация света в МП у нас сейчас будет, да? Да, но новая версия 3 с автоматическим включением, выключением на ночь. При наступлении потемок. Да, на дефолте все это... будут дефолтные машинки-то тут? Да, так есть. Так что, ребят, те, кто будет смотреть стрим, вы будете еще и эксклюзив наблюдать вот этого нового SVMP, так что... Версия 3. Последний. Да, версия 3. Последняя. Да, все, ладно, погнали, а то это можно было более бесконечно. Да. Зашли на стриме, поговорили, разошлись, никто никуда не поехал. Стрим закончен. Так, я уже. Ух, нихрена себе тут. Подгружаться. О, я на шишиге нарисовался. Мы все на ней. Так. Так, я. Знаете, что я хочу первым делом сделать? Посмотреть. Угнать чью-нибудь машину. Первым делом. Я знаю, угнать краза моего хочет 100%. Да, кразик тут, да, присутствует. Тут он это, ух ты как, ой, ну, ты глянь, у злого слона-то какой, ты глянь, а? Ну, ты вообще. А, да, я до Пашиного-то, кстати, не доскакивал. Вот это да. Пересесть, ну-ка, дайте-ка. Вот это попилат. Оба-на. Так, а Коляновский надо тоже заценить. Колян уже сейчас положит его. Да, ладно, мечтался. Уже погнал уже, елки-палки. Так, вот, да. Да, ребята, все уже сделали свои машины, один я, сапожник без сапог, остался. О, ну даже карданы у него тут вращаются в крокодиле, а ты глянь, а, ну все как... Там руль вертится, все вообще, все, что хочешь. Спальники, вентиляторы работают. Это да. Так, ладно. Слушай, ребята. Может быть, обзорчик по новым машинам и баиньки. Так, ребята. Поехали. А гараж-то открыт, нет? Нет, гараж закрытый. Гараж в противоположную сторону пилим, короче, ребята, и открываем, берем там это.
гараж и... Ну кто поехал пилить? Я, я уже поехал за гаражными. Так, я тоже поехал. А я поехал туда в гараж сразу, буду вас там ждать. А, кстати, относительно вот тех, кто смотрит стрим, возможно, удивлены немного. Всего-навсего было 2 очка. То есть 2 дополнительных слота для автомобилей. Благодаря автору данной карты и Виталию Куйбышанцу у нас теперь здесь можно спавнить 7 автомобилей. Вот. Правда, мне вот сначала Виталий Куйбышанец кинул файлики. Я написал сначала автору, автор не отвечал. Я потом Виталику написал, короче, думаю, ну, кто быстрее ответит. Вот, Виталику второй полдня уже все сделал, добавил 7 слотов для авто. А потом еще мне и непосредственно сам автор, вот Денис, прислал тоже с дополнительными слотами. Так, вот. Парни, что-то как-то короче, я... нам надо это, карты, чтобы было по 6 слотов, да? То есть у нас 6 модов получается уже. Да-да-да. Кажется, я застрял. Да? А ты не там поехал, там есть более... Так я и в гараж поехал. Ну, в гараж, там есть другая дорога к гаражу. Ну, если вы катались, я-то вот, видите, только первый раз практически. Да. Я не смотрел, не катал. А я тоже не всю карту объехал. Я, помнится, где-то я там перевернулся, короче, и я это обзор на этом завершил. Вот, так что тут это... Как бы того на этого... Блин, надо было на 2 машинах тащить, ё-моё. А я сразу, я 2 это потащил в гараж. А я-то что-то я тупанул. Я на Урале поехал и КамАЗа с собой на хвост взял. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, моё ФПС. А, 24, кошмар вообще, что тут за трэш такой. Какие тут узенькие дороги, тут даже машину на хвоста, если возьмешь, так это опасно ехать вообще. Дима, я качал карту экспресс у Вики в группе. Я там в этом, по каньону я проехать не мог. Просто у меня машина по ширине не пролазила. Ну, то бишь, когда сама сегодня... машина-то по ширине пролазила. Сегодня ты, которую показывал, да? Да, а колеса у меня не про... А колеса у меня по ширине, как бы я широкие себе сделал на машину колеса, а колеса у меня не проходили там по колее, поэтому. Ну, это как, Паша, помнишь, мы катали на этом... Под мост-то не влезли. Да-да-да. Не, ну это я там, конечно, сделал. Косячно. Отменно. Вообще просто. Я тут засел, по-моему, на порожняке. Кто там, Витя? А, не, еду. Я хочу точечку открыть. Я сейчас вернусь к вам. Обратно, то есть. Я гараж-то, интересно, еще не проехал? Все что-то еду. О, вот, кто-то там впереди светит у меня. Это я. Синенький. О, Витя, это ты. Я вижу твои фарки. Да? Да. Они у меня не включены. Задние. Паша, ты накосячил там на фарах, по-моему, у Вити. Почему? Ну, у него фары задние, у меня так светятся. Задние светятся у меня, да. Потому что я задний. А, я не закинул их, ёлки-палки. Вот я ёлы-палы, короче, тут. Слушай, задом машина едет лучше, чем передом, кстати. Так, надо пригнать вторую машину. Попроходимей. Да, надо вторую машину что гнать. Что взять вторую-то, а? Я, короче, беру Виторгана с автономкой и 375-го с шаландой. О, с шаландой это будет жестко, наверное, да? Ну, может быть, да. Ой, тут сколько пилорам? Ну, а иначе придется очень много ходок делать, я не знаю. Сколько пилорам, кто скажет? Нам сколько очков вообще надо? Нам надо в сумме, ну сколько там? 16. А сколько тут пилорам? Нет, 3. 3. 24 очка. 24 очка. Блин, что-то я лагаю вообще по-страшному. А это в гараже, когда мы собираемся, вот всегда такая ерунда, кстати. Ой, и меня пока. О, отвис. Так, надо в гараж по одному приезжать, парни. По-любому. Так, автономка. Где тут автономка у меня? Так. Что-то мешает. Наверное, автоном. Смотри, в каком красавчике собирается потом. Кто? Твой? Да. Ох ты, нифига себе. Ничего себе. Вообще прям. Вот это да. Ты глянь. Вот, я, блин, ночью, не знаю. Ночью еще весь светится. Вообще там шикарно. Молодец. Да, вот я-то, блин, файл не закинул.
Витин, у меня теперь, видите, фонари горят. Всем сказал, куда что запихнуть, а сам не запихнул. Давайте мы ответим, надо назад маленько. Так, я гоню, короче, сюда вторую машину. Ой, куда я поехал, вообще? Никто мне не скажет. Не знаю. Вот одному тебе да, неизвестно. Куда-то ты ломанул. Багажник на крышу. Паша, ты с автономкой туда поехал? Нет. Там грузится только автономкой. Да. Пары бампер. Я там свой, меня так загрузит по блату. А, тебя по блату? Так, сантиметр. Я что-то лагаю, ребята, вообще дико. Ну, я тоже подлагиваю, чё. Вот у меня то FPS 30-ничек, то, блин, на 22 падает. 22 уже начинаются призы. Паша едет передо мной, что-то как-то вообще-то, то он прям еле едет. Это не потому, что здесь узкая дорога, и что-то меня с того съехать можно. Я так-то вот, я могу топнуть что-то. О, да, смотри, полетел-то как. Не проблема. Как, подмагнул, не? Вон, видишь, он опять съехал. Заправка тут, парни, есть? Есть. Так. Только не про нашу честь. Я ж тебе показывал сегодня, я на нее залезть не мог. Подняться туда, в бугорочек, к заправке. Татаровские. Цистерночка. Ну что ты будешь делать? Ой, ее, Димон, ты там это, так, Малену фризит вообще. Я заряжаюсь. Так, у меня на Урале, наверное, не будет ничего тут, да? Мои очки еще взять. Так, беру 375. Опоры с краном еще оставлю. Так, это кто приехал? Колян, ты на КамАЗе? Да, я. Блин, мне надо как-то КамАЗа вытащить через тебя. Что это такое? Что это я перед собой вижу? Ой, мама родная, что это? А что за субман такой? О, Витя едет вообще серая. У меня игра вылетела, ребят, представляете? Серая стена. Серая стена, если вы видели, что я вижу. Я пока ничего не вижу. У меня все отлично. Что это такое? Это какой-то аддон тут во всю карту. Аддон во всю карту? Да. Или не знаю, что это такое вообще. Это да, ну-ка надо посмотреть эту трансляцию. Отдались. Покажу. Где камера стоит? Ой-ой-ой, вот это да. Вот это что это такое вообще? Кто-нибудь знает в этом свой аддон? Нет, точно. А где? Какой аддон-то? Я так, у меня ничего нет. Вот все пропало. Че, вылетели все или что? Нет, я вылетел, представляю. Я тут. Ты можешь присоединиться опять? У меня что-то комп задумался. Да, я уже. Ой, опять. О! Опять. Чего опять? Вон опять аддон это появился. Что такое? Что это за бак какой-то? То есть топливный бак. Цистерна? Да нет, не цистерна, какие-то шланги, непонятно, что такое вообще. Вот срань господня. Дима, а ты туман опять закинулся. Она еще и шевелится. А если я в другую машину попробую пересесть? Ой, кошмар. Теперь я внутри этого бака. Так, дай-ка я попробую другую. Дверь. Что пересесть-то, господи. Не, все то же самое, ребят. Ну так-то играть нереально вообще. Ну вот, у меня справа серая стена какая-то идет. У меня тоже, кстати, она. Но у меня вообще передо мной. Ой. Дима. Луна какая-то серая. Ты закинул против тумана вот эту, да? Да. Тумана не было, да? Да. Ну вот, поздравляю, вот ты ее закинул, как мы в прошлый раз катали карту. Ты ее закидывал, она была только у тебя, вот эта вот антитуман. И была вот эта серая стена. Нет, у меня не было антитумана. Тогда мы играли, у меня не было антитумана. Ну что-то было, была какая-то проблема, было то же самое, была вот эта вот стена справа, мы играли. Она постоянно двигалась за тобой. Ты едешь, а она за тобой едет. Не, ну так играть нереально, короче. Я не знаю, у меня так вообще ничего не показывает.
А у меня справа стена серая. И у меня тогда не было такого, как бы. Я тогда не закидывал этот файл насчет тумана. Ну-ка, вот смотрите, я сейчас пересяду с Урала, например. Ну-ка. Пересесть в КамАЗ. Есть сейчас такое? Сейчас нету. Нету? Нету. Нету. Это вот у меня на Урале стоит цистерна. Во, я говорю, цистерна какую-то там видел. О, видишь? Значит, это косяк с цистерной. И тогда, а сейчас есть, да? Да, вот у меня появилось. Да, вот опять появилось. Ну-ка, дайте-ка я заеду, сейчас сниму эту цистерну в гараже. Да, она шевелится. Это Димон едет, а она и шевелится. Какая да, большая сирена. Колян, отъедь назад, ё-моё. Да ёп. Ты тебе одно ставлю, как я тебе отъеду. Ты тоже такой нарядный. Объедь с другой стороны. Чё? Так вот, я уже кручусь. Я говорю, на цистерну похоже, на бак какой. Блин, а цистерна красивенькая, такая прикольная. Вообще ничего. Это вот видно. Знаешь, какая, Витя, как у тебя цистерна, кстати. Да? Да, это она. Вот сейчас есть она, да? Сейчас я подожду, да. Ее сниму. Да, да, есть. Сейчас я ее сниму. Подождите, где же она? Где же она? Цистерна. А я, допустим, у тебя. Вот сейчас ее нет. Пропала, пропала, я ее снял. Ну вот пропала она. Так а я на тебе ее как аддон и не видел, дело прошлое. А, ты ее не видел у меня? Нет. Странно. Аддон у тебя не видел. Ладно, сейчас а возьмем. Гаражная топливная цистерна. Что надо пожаробезопасный выхлоп? Выхлоп, один выхлоп. Выхлоп. Есть выхлоп. Ладно, я тогда возьму обычную цистерну. Блин, а я 375-й не это. А где заправка-то? Кто мне скажет? Блин, надо. В каких не краях? Знаю. Заправка? Заправка. Справа. Вот она. Справа там. Справа. Там 6520 еще стоит. Ого-го! Ничего. Ну, в принципе, не очень далеко. Так, я-то где? А, я тут. Так, сейчас выезжаю направо, через реку и туда. Ладно, давайте, парни, я пока погнал просто на заправку Урал отгоню. Да, а нам все равно куда ехать-то? Лесоповал и тут. Лесоповал, пилорама. А, Двинешь, давайте. Пододвинься. Сейчас, подожди. Давай. Проедешь? Да. Так, а тут мы по асфальту уж можем, да, отсюда сигануть сюда. Все, я тоже поехал. Стоп. Че ты там? Я кстати, на Твиче стримить буду. Пошли я это в баню, этот YouTube. Вчера, ну, то есть в прошлый раз на YouTube стримили, смотрело 12 человек. Ну, сейчас у нас тоже было уже порядка 10, вот сейчас 8. Баги пошли, когда два человека убежало. Это я отключился, один из них. А, ну вот. Такие сейчас хопы, все отключились. Осталось 4 человека на стриме, да? Все смотрят как. О, и Паша тут с дровами, ё-моё, Паша. Я тут никак с тобой не... Опустите! Оу! Давай, не пройдем мы тут с тобой. Сейчас я уйду, Диман. Сейчас перекульнешься, нет? Нет. Нормально? Ой-ой-ой, сейчас я перекульнусь. Урал, зверь! У нас получается сколько? Два вида Урала, да? 375 и 43-2010. Колян, ты тоже за мной, что ли? Надо еще, кстати, этот, знаешь, какой Урал намутить где-нибудь? Димон, а ты не туда поехал. 43-20. Next. 30. Надо намутить Урал Next. Ну, Next, это вообще было бы шикарно. Вот это 43-20-30, который. Знаешь такой? 43-20-30. Чё, ну, здесь серенькая кабинка, что ли? Ну, я не знаю, какая кабинка. Понятия вообще, какая. Да, что-то как... я вообще уже... А, у меня сортировоз там, зараза, зацепился, что ли. Пилорама. О, Паша вообще грамотно сделал. Паша прицепчики зацепил, прям как я хотел сделать. Да? Подморочился. Ну, поеду-ка я тоже, наверное, сейчас. Так, все, я одеваюсь. И, так, и ухожу. Одевай. Ставлю. Ой, надо кофейку глотнуть, а то у меня кукушка не работает.
Полтора суток все тут пилил, готовил, ехал. Что лучше, шаланду взять или ассортиментовоз? О, я с ассортиментовозом лично ползу. С шаландой она будет ниже. Так, я добрался до асфальта, парни. Парил. Ой, я сил там вижу с этим. Так, как тут мне не зайти-то? А вот. Так что да. Это глюк, глюк из-за цистерны, елки-палки, вообще, вот беда бедовая. Жалко, цистерна-то такая хорошенькая. Так, все, я уделся, ну да. Витя, не выезжай пока из гаража. Почему? А я тут зайдом сдаю, буду в гараж заезжать. Будем искать тогда другой вариант, парни, цистерны. А вообще? Так, где тут командир? У меня прицеп отцепился. Я врезался прицепом, он у меня отвалился. Надо, да, осторожнее, кстати. Это все в реале. Оно так вообще в жизни не бывает. Так что с прицепами аккуратненько, бережно. Всё. Что? Я ее бросил. Да? Шаланду. Ай-я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 й. Ёпка, бабай. В принципе, да. А что это я застрял? Где? А, не, нормально, поехал. У меня тут открылось. ЗИЛ открылся и КАМАЗ. Ну да, тут сделали, козла поставили. О, там уже Паша, блин, ты глянь, Паша уже. Паша, а где ты свою шаланду потерял? Он же меня выкинуло же. А, выкинуло, и ты переехал, да? Да, я по-другому. И он передумал. Так, не, ну тут 4 он везет, а то везет. А блин, нифига я тут, парни, поехал, тут вообще. А, там очень криво, да. Там наклон большой, перевернуться можно. Я помню, я на обзоре это на этом месте, короче, это. Того на этом. Опаньки. Березовые дрова заказывали? Нет. Придет. Еловые хошу. Придется тогда пилить. Пилите, Шура, пилите. Так. Так, ищите дорогу. Все, сел у меня Урал, короче. Машина звер. Да там дорога, ты попробуй там проедь. А я сейчас посмотрю, где ты поехал. Чем же мне тебе помочь? А вот здесь была дорога. А где ты, Паша, поехал? Есть объездная. Паша, я тебя вообще не знаю, где ты есть-то. Пашу вижу, что он... Тут не там, знаю, где я стал... ехал, там, короче, не едьте, там вообще дурдом. А где ты ехал-то? Знать бы. А я посередине, через озеро, там дорога такая есть. Ну-ну-ну-ну. Там вообще ад просто. Ады. О, Витя тут. С цепями. Да. Подожди, Витя, подожди. Сейчас я перескакну этого Урала. Опа. О! Ух ты, как ты бодро идешь-то! Осторожно, Паша, на поворотах! Уиу, я думал, ты сейчас меня дрифтом тут цепанешь конкретно. Все, ушел? Догонялся? Колян встретил. Один Колян. О, Колян едет. Так, я сейчас буду грузиться. Всех предупреждаю. Все, я уехал, парни. Так. Так, я пересаживаюсь в себя. Ухожу в себя, да? Ушел в себя, приду не скоро. Так, ладно, я попробую другой вариант, парни, тут. Пойду. Там есть еще одна дорога. Я справа, да, вот где мы спавнились, как бы оттуда сейчас попробую, где машинки там, стояли. Там, да, там, походу, судя по карте, там тоже гора какая-то, блин, не знаю вообще. Да? Я на обзоре там не ездил, я без понятия вообще, что там. Ну, короче, ребята, имейте в виду, короче, я поехал оттуда, от машин. Ага, то есть, если что, искать тебя там, да? Да, ищите, я тут поехал с бензовозом и с ассортиментовозом. Так что вот как-то так. Так. А я как-то начинаю уже грузиться, короче. Что я доеду. Блин, колеса надо было мне, наверное, другие на КАМАЗика поставить. Но я... А я не могу с этим манипулятором справиться. Значит, я тут поехал-то вообще. Так, осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как тут будет плохо, походу, парни. Ну, тут и кривизна. Я не знаю, тут, наверное, только с бортовой платформой надо ехать, и то аккуратно.
А я тут шалан с артиметовозом по лесу. Японский городовой. Я не знаю, как сейчас. Я тут точно все дрова потеряю. О, я уже куда-то съезжаю. Семен Семенович. Все, 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 КамАЗ, давай сюда, сюда давай. Ой, пипец. Тут просто парни, пипец. Нет, тут вообще не вариант с длинным с чем-то ехать. А, все, сейчас у меня, по-моему, ляжет. Нет, не ляжет. Нет, вроде еще пока не лег. Давай, держись, 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 держись. Ёкарный бабай, вообще я... О, Паша тут приехал. А Паша без ничего, ты че? У тебя ничего не стоит, Паша? Нет. Чё ты... Я и так застрял, тут еще чуть-чуть стояло. Да ладно. Вылезешь, не? Да. Я сейчас утону, пал. Да, что-то как-то ты там грустно. О, уже свет включается, парни. Паша, у тебя свет уже включается, вон, я смотрю, у Паши. Медленно разгорается он у Паши. Парни, опять ночь-то, кстати. Одно могу. Вот тут дорожка, слушайте. Колян, ты знаешь, где ты не мог проехать? Вот я куда полез. Ёшкин дрын, а. Да нет, там-то я как раз пролазил. Где да. Ты сейчас едешь? Там-то я еду, а тут вот пилорама. А, вот, пилорама. И направо на заправку дорога, налево. Вот она уходит. Так, направо от тебя есть дорога на заправку. Сейчас, парни, вот я уберу. Я на заправку в бугор подняться ни на одной из наших машин не мог. Там надо заправку, наверное, по асфальту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Паша, ты где? Сейчас я упаду. Да и кого я тут, Диман, все, я Урал топил. А, во, все, я зацепился, нормально. Все. Нормально. Так, что-то загораживает. Паша, ой, это Колян. Тебе что, отъехать? Да, ты мне загораживаешь. Давай, еду. Диман, держись, я на Кразе еду. Не-не, я уже все. Я себя на веревке подтянул тут. Ровно. Ух-ух-ух. Да, жесть тут, конечно, ё-моё. Ёкарный бабай. Дай назад, я еще назад отъеду. Давай попробую назад. Закинуть. Я сейчас пойду еще, Паша, с этим сейчас. Как его зовут-то, скажи. Чем? Да этот... Шаланду сейчас я с артиметовоз потащу сейчас, подожди, пересяду. О, все. КамАЗ. КамАЗ. Сейчас. Сейчас. Ой, таки... КамАЗ вообще не в тему, прям. Сейчас, подожди, подожди. Паша, давай-ка, наверное. Подъехал к нему. А ты сзади. Вот, ребят, синхронизация света, ребят, вот работает. Он, видите, у Коляна вон фары горят в мультиплеере. Паша, отъедь этим кразом. Или что-нибудь сделай как-нибудь. Я уже и так отъехал, вон, у тебя бревна тут на полдороги. Да я вот застрял как раз. Я застрял! Товарищи! Мне надо, чтобы меня кто-то в гору тянул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что делать-то, блин, как-то надо подспуститься, что ли, потихонечку, я не знаю. Ой, Паша, ты где? Паша. Паша пошел ругаться, он в прямом эфире не ругается, он там где-то задушился, матом кричит. Я вернулся. Паша, давай, давай, вот сейчас я отъехал, давай вот пролезай туда вперед, объедешь? Давай я пролезу, конечно. Пролезь, только возьми меня на короткий трос. Вот, синхронизация света у Паши тоже, видите, на кразе работает. Диман нырну, походу. Да бери левее, левее, ко мне ближе прижимайся. Я у стараюсь. Тебя случайно там это, Паш, не стоит, никакая там программка, там, антимат, там, что-нибудь в этом роде. Нет. Нет, все, все, Паша. Кого-то ты хочешь сказать матом, сразу тихо стой, становится. Стой, 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 стой. Стой, Паша! Сейчас я давай поближе, подожди, подожди, нет, подтянусь немножко. Видите, это рефлексы годами развитые. Понятно. Давай я залезу, докуда смогу. Сейчас так, я пока... Так, Колян грузится. Сейчас я подойду 5 секунд. О, и свет. Хочешь всё... принимать, нет? Подожди, ты дай мне залезть-то, елки-палки. Да я уеду сейчас, на. Куда? Куда ты уедешь? Дай. Оп, оп, стоп, вот сейчас давай. Давай, троса. Держи. Так, только Паша, потихонечку, у меня морду подняло. Ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди. Так, тебе так, надо так. Еще сюда загибать больше. Да надо мне еще больше повернуть. Вот, давай подгазовывай. О, подожди, стой, Дима.
Ты-то выворачивайся, ты ж пустой. Да, то я тебя по прямой тяну, я сейчас сам уйду. Ой, ты куда пихаешься-то? Ну что там поворачиваешь? Я не знаю, как я тут с этим метавозом поверну вообще. Я вообще не представляю, я тут на таком-то не могу бролеть. Что, он у тебя едет? Ну потихонечку, да? Но у меня с метавозом заваливается. Стой, стой, Дима, стой. Что там, завалился? Да тут, ну, тут виражи такие вообще. Я не знаю, тут надо все, надо что-то коротенькое брать и с коротеньким ехать. Давай на трасса жду тебя. Сейчас подожди, мне надо хоть завернуть сюда немножко. Я пытаюсь. А вроде. Он идет, идет вроде, да, идет. Да он идет, идет. Сейчас у меня со... Оп, все. Теперь все. Давай, давай. Чик. Так, стой, стой. Морду мне поворачивай, подтягивай, давай. Во-во-во, вот так вот как-то. Еще, еще, еще тяни. Во-во-во, еще заворачивай. Все, давай теперь пробуй ехать, Паш. Потихоньку. Давай, 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 давай. Че, на заправке кто-нибудь был, у кого-нибудь есть солярочка? У меня тут стоит. Так, Паша, подожди, нам надо в горку надо вверх. Че, че, уже, че, все загрузились? Один я тут, что ли, остался? Да едем, едем, Дима. В горку давай, вот сейчас по-тихому. Я не вижу там что вообще. Ну-ка, свет хоть. Я только выехал. Направо, Паша, ты не туда поехал-то, вон. Направо, в горку. Паша. Блин, я в каком-то, каким-то образом 130-м оказался, я думал, я... Ох, давай, давай в гору поднимайся, поднимайся, я отцепился пока. Давай, давай. Взял бы хоть какие-нибудь для понта. Да, ты пошутил. Для понта хоть бы какие-нибудь ремонтные части поставил, а тут срамой только едешь. Да я вообще не для этого ехал. Это так между делом получилось-то. Вот синхронизация света, все. Ух ты, ты что там по оврагам-то как-то? Да тут что-то жесть вообще. Давай я тут по-тихому ползу сзади. Ты поднимайся повыше. Ё-моё, Диман здесь вообще кошмар. Слушайте, я к вам хочу уже. О-о. Вы так там сказочно все рассказываете. Да какой тут, Витя, тут какие сказки, тут полная жопа. Тут по скалам, Дим, просто лезем, Витя, вообще. Пытаемся. Все, у меня, прикинь, у меня крас пустой встал, ё-моё. Давай я тебя сейчас подпихну. Во-во-во, давай, давай. Ой, я на тебя поехал что-то. Пошел? Вон, крас пошел, главное. Давай, ой-ой. Ой-ой-ой. Офигеть! Ну-ка, сейчас я попробую, я достану. Нет, портовый. Стой, стой, стой! Стою, стою. Давай лебедочкой меня подтягивай. Давай. Что-то, по-моему, все получается наоборот. Я не вижу, блин, я еду вообще, нет, куда-нибудь. Во-во-во, пошла, 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 пошла мазута. Я сейчас, подожди, я до дерева. Подожди, я до дерева, не достаю. Надо перецепиться. Нет, тебе надо подняться прямо, прямо. Проедь. Да, ну мне туда. Надо в этом, Валика, меня стащило. Давай скорее, пока я не упал. А то я тебя сейчас это в бок только утащу. Вот, вот, стой, стой. Стой. Стой пока так. Стой, 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 потому что сейчас все равно тебя подтащит еще. Так. Не, давай. Он так давай. Вперед тащит. Потихонечку лебедочкой, давай. Так, все, я выехал с повала. Я не могу. Давай, давай, лебедкой. Вот там. О, ой, там кто-то. Это, там что-то фары чьи-то, вон, я вижу, там двое светятся. Один, второй. Во-во-во, пошел, 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 пап. Пошел. Давай, 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 поднимаю. Вот что-то. Давай, давай, давай. Застрял. Давай, давай, давай. Почти, почти. Так, куда ехать? Давай, давай перед цепью. Не надо, стой. Ты меня сейчас отпустишь, ой, я улечу. Колян, зря ты там поехал, там наклон да зверобой. Нет, да нет, трос ослаблен, Диман, нормально да. Все будет. Дай-ка, может попробую, зачем? Там ключи. Наклон пипец вообще. Я за дерево зацепился, ладно, подожди. Сейчас попробуем, тогда сейчас попробуем назад приехать. Там очень круто. Там наклон такой нехилый. Ой, ой. Диман, ой. Давай я тебя прямо вытяну, не... Мучайся. Да я сейчас немножко, дай хоть на дерево. О, у меня идет сюда он пока. Так, мне бы хоть его чуть-чуть подтянуть сюда. Вот, 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 вот. Все, стой, стой, Паша, стой. Сейчас я тебя за жопу возьму. Опа. Давай, потихонечку, давай. Ой, фары тут светится во всю. Обалдеть. О, пошел, пошел, пошел. Офигеть, а сейчас смотрится шикарно. А что там справа машина какая-то? А, это там стоит. Вс,
Все, добрались, Паша, неужели, да ё-моё. Ладно. Фу ты, блин. Вот вообще. Это дело. Так, хотел уже скинуть. Аж что-то не верится. 6 очков. Нам сюда еще 2 надо тараканить, да? Да. Все, я больше сортировозом не поеду. Я не знаю, блин, что делать так. Я его сейчас тут отцеплю, да и все, наверное. Или не отцеплять. Прям даже не знаю. Тут еще какая-то дорога есть. А эта дорога откуда идет? Смотри снизу. Может там можно было полегче? Да, Урал его выдернуть, он у меня бедный, там уже все. Паник. Ну. Там уже водила, наверное, в хлам пьяный сидит. Напился воды. Да столько времени, ну конечно, он там. Засуха же всякая. Сушняк, все дела. Ой! Паша, смотри, где я поехал. Уху! Поберегись! Так, а где вы вообще? Ух! Ой, я дунул. Да ты быстрее меня как проехал. Так я. Ой, я, короче, машину топлю. У меня уже все уже. Что так кто-то дергает? А вы где? Я себя выдернуть не могу. Тебя надо дергать, да? Да что-то не получается, я вот подогнал вторую машину. А во, вижу Пашу, вижу Диму. Где ты нас видишь? А, там пилорама, да, на холме? Да. Туда 2 очка надо еще. Паша, я застрял. 2 очка-то я, может, доставлю. А вот... Ё-моё, Дима, вообще на другую машину. Я думал на дальнюю проехать пилораму сразу. Получится здесь у меня тоже. Ну-ка, подождите, я попробую в гараж. Стой, Паша, не надо тогда отставить. У нас симулятор, ты в гараж не вернешься. Ну так я туда и еду. Я не то, что вернешься, я хочу до него доехать. Так, у меня, короче, 2 минуты. Маленький перерывчик. Давай. Сейчас приду. Давай. Всё, свету. Паша горит, все как надо. Так, еду на какую-то дорогу. Так, это понятно. Так, сюда. А, так я в гараж еду, вот нормально. Кто-то там еще едет на Урале, что ли? С желтенькими фарками. Кто там? Витя, ты? Я, наверное. Так, как бы мне тут зацепиться? За чего бы зацепиться? Так, здесь гуськом не проехать. А ты куда? На эту, на ближайшую? Не, вот, я хочу на вот дальнюю сразу отвезти. Ой. Я хочу на дальнюю, не знаю, получится у меня, нет. Колян, ты-то где? Да я вон утопил машину совсем, короче, и выдернуть не могу. Она у меня груженая. Подожди. А ты далеко уехал? Да, недалеко. Там недалеко от гаража вообще Колян стоит. Ну подождите, я сейчас в гараж доеду, сортировоз скину. Сортировоз скину, и все, и будет отличненько. А я чмякнулся. Еще один, что ли? Да. Еще один герой. Ох, угу. Поваляемся-то, да? О, я завелся, супер. Ой, нет, заглох. Так, я еду. Блин, так, бревно одно посеял я. Ну, так, тут и дорога, ёшкин кот, а. Сейчас я тапки переобую. Сейчас, Колян, я приеду к тебе на помощь. Да, сейчас... толку я тут своей машиной дергаю. Ну... Блин, ну потемки они, конечно. Кто-то там светится. Это, может, мой Урал светится. Так, вот, до гаража я наконец-то добрался, парни. Это уже хорошо. Фух. Блин, ну и поза у меня. Ну и доехал. Ёлы-палы, вообще, сцепка долой. Колеса, срочно мне колеса. Татарина берем. Так. А ты сломанный, Колян, нет? Ну, основная машина, да. Ну, взял тогда ремонтки с собой. Так, сейчас посмотрю, где ты есть-то. Так. Где же ты? О, я еще и прицеп рассыпал. А, так вот он, ты тут прямо под носом. Конечно, я рядышком. Ё-моё. Семен Семёныч. Сейчас я тебе покажу.
Да я уже выдернусь, я уже прицеп рассыпал, отцепил, как бы тут уже осталось. Да? Конечно. Осталось просто фраза выдернуть. А это кто там едет такой весь со светюльками на КамАЗе? О, это ты там? Да это я на КамАЗе своего. Конечно, я прицеп выдергивал. О, вот синхронизация. Все, Колян уже пистон ставили. Так. Ну сижу тут, ору, оказывается. Да? Кто бы знал, да? Я так-то вроде не замечал. Да я сам что-то не обращаю внимания, что я ору, а я ору. Ой, Дима. Блин, ты что орешь, а? Вообще не знаю, что поорать. Так, где бортовой платформа? Ой, блин, ну и поза, ребят, у меня. Ёшкин, кудряшкин. Ладно, возьму автономку. Что-то меня тут, короче, не знаю, что со мной. Я снова с вами. И снова здравствуйте. Снова да. Здравствуйте. Так, мне бы... О, чьи-то дрова тут валяются. Ну что, Коля, тебе помочь? Все, синхронизация у Коляна вся светится. Помогать? Помогай, если смог. Блин, ребята, как классно то, что синхронизация работает. Вообще, я все машины вижу. Я тоже. Красота. Ух ты, у Коляна тут свет. Подожди, да, я вылезу отсюда. Так ты, блин, определись. Ты туда или сюда. Так, а ты там в луже, да? Задом можешь тебе туда подъехать. Колян, не лезь туда, там вообще дурдом. Да я Коляну уже предел, начал разворачиваться, и, короче, у него там уже, уже поздно, он уже там уже нырнул. А не, он с дровами там стоит, смотри. Сейчас я Колян тебя. И удар получил. Походу, да. Так, надо мне ее, наверное. Ого, вот тут вообще каша жесткая. Так, там чё, каша вообще жесткая, прям жесткая. Так, Коляна тебя взял. Сейчас давай потихонечку попробуем. Ну что-то у меня с краном-то сегодня творится вообще. Как я тебя не положу? Нет. Бревно мое. Меня с места-то выдернуть не может. Ой, жесткач вообще какой-то. Я не знаю, что с этими бревнами. Они у меня не слушаются вообще. Не дрессированные какие-то прям. Совсем. Ах, положу тебя. Положу, положил? Положил. Все, короче. Колян приехал. Я ему положил. Сейчас будем поднимать что. Ладно, Колян, не расстраивайся. Я прям слышу в твоем голосе, как ты расстраиваешься. Как ты про себя матом ругаешься. Да? Так, сейчас, Коляныч, давай. Опаньки. Будем исправлять. А за перед уже выдергивает. Смысл назад. Так я тебя поставлю на колеса сейчас. Наверное. Да. Ё-моё, как я тут поеду. Вот, да так, ладно? Я тебя поставил. Почти. Теперь пробовать будем тебя потихонечку сюда вытащить аккуратненько. Блин, что у тебя там с машиной? Я на вообще у тебя не шевелится, ё-моё. У меня с бревнами вообще беда, они какие-то сегодня мне не послушны. Спереди подъедь, попробуй за четырьмя спереди. Маленькими бревнами проедь тебя вперед, отправить. Попробуй меня за перед. Подожди, я пробую сейчас лебедкой, может тронется. Что-то он у тебя вообще там как гвоздем прибитый стоит. Кстати, знаешь, что я не вижу? Ладно, давай сейчас попробуем за морду тебя взять. Давай за морду. Офигеть, знаешь, что я забыл? Чего? Чат. Чат вывести забыл. Ладно, я думаю, что-то не хватает. Так, ребята, а вон фары у Коляна под водой, фары светятся, все, синхронизация работает, блин. Даже под водой Коляна видно. Ага. Говорит, возьми меня за морду. Как тебя за морду возьму? Она не достает. Сейчас я, получается, жопой буду туда спускаться в воду. Так. Опа. О, дело к утру, сейчас свет потухнет. Синхронизация, парни, выключится. Так. Ну-ка. Оп, все, достал Колян. Сейчас будем пробовать. Давай. Сейчас я подожди вперед, попробую тебя подтянуть. Опа. Во. Вроде что-то происходит. Вроде начал шевелиться. Ничего. Ребята расстроились, да? Что у меня это чат был выключен, прикинь. Колеса-то... Ребята, извините, ей-богу, что-то я...
Заводись, Колян. Не так косяк, блин. Заводится, нет? Да кого он у меня, Димыч, до талого мертвый. Так давайте я починю. Че ты раньше не сказал? Маленечко подкинул. Я это сделал, ребята. Полкишотик. Заводись. Колеса вправо, ты куда влево-то? Рубишь. Вправо у меня колеса. А, оно когда вправо. Сломанное, оно колеса выворачивается, по-моему, сейчас, да? Все, я тебе... Вылезешь там, нет? Завелся хоть маленечко? А? Да-да-да. Ну давай, тебя вытаскивай, ползи в гараж, там подчинишься до конца. Че ты встал-то? О, здесь вообще нереально на гору это залезть, да, ребят? Ну, мы вдвоем залазили. Вдвоем? Блин, теперь, Колян, вытаскивай меня, я бампером зацепился. Ё-моё. Я не могу залезть. А, нет, все нормально. Не-не-не, все, Колян, не надо. Оп! Ё-моё! Вот это, блин, карта. На сколько? Часа на три? Сегодня, не знаю. Сегодня часа на три, наверное, да? Витя, а ты на какую? На ближайшую полез, нет? Там, нет, девушка... я хотел через заправку проехать. А, где заправка, я понял. Поэтому тут уже... по кривому серпантину. О, а как ты прицеп тут поставил? Не понял, Колян. А у тебя пишут, там валялся? Он Зори пишет в чате, что тебе он свой комп чуть не сломал из-за этой карты. Так что еще все возможно, ребят. А, ну вон синхронизация на прицепе у Коляна, светочек горит еще. Короче, я сюда не залезу. Я на с двумя очками бревен не могу сюда подняться. Просто на заправку? Да. Заправка на заправку, подъем жесткий, да, я с тобой согласен. Парни, я нашел дырку. И вот оно. Счастье. Сейчас я полезу. Ура, я вытащил свой Урал. О, молодцы, а. У вас все хорошо, смотрю, становится. А у одного меня здесь все пакостно. Так, ой, главное, чтобы... Неужели я его ой-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 ой! Эх! Давай, ходу, дружище! Ходу! Вылез. Парни, я нашел тут немножечко, где можно срезать. Как всегда. Это хорошо. Так, пилорама. Так, я... А мне откуда ехать? Я на левую поехал. На левую? Да, я бы тоже куда-нибудь поехал, да, если на я на левую верхнюю. Так, я что-то никуда не могу поехать, ребят, короче, я не знаю, что мне делать. А, вот, я понял. На левую, да, ты едешь? Да, да, да. А правую верхнюю уже забили, что ли? Там 6 очков на один. Я сейчас 2 туда везу, парни. А, вот, что-то у меня тень просто. А, это тень. Тень от этого, от чата тень, я думал, она заполнена. Так, я вообще хотел бы, конечно, съездить на ту, на правую. Вот. А вон машинка с гаражными частями стоит. Гараж открывай, да? Только мне, наверное, соляра не хватит от этого. У меня там, я сейчас, парни, я сейчас 2 очка довезу туда и пересяду на Урала, поеду за соляркой. Угу. Так, мне надо в этот сначала 375 к себе прикинуть. Так не дотягиваюсь. Давай, полетели, дружок! Ох! Дал я 35-й у меня с газу до отказу. Кофеёк, а то меня сейчас опять лицом в клавиатуру упаду. У меня морду задирает, я повернуть не могу. Тебе надо, чтобы кто-то под этот. А ты с длинным с чем-то едешь, да? Да, я с артиментовозом еду. А, о, это надо тебе, чтобы помощник был. Ну, у меня помощник вон в 10 метрах от меня. Свой же или надо, чтобы кто-то другой тебя подтягивал? Свой. Надо, чтобы кто-то подтягивал, ведь. Ну вот я буду вот сейчас почти доехал, сейчас я с как бы. Ай-яй-яй-яй! Нежнее. Ух, все, блин, ну карта вообще жесть. Так. Даже на этих драндулетах нифига тут. Да никак... я приехал, тут тупик, походу. Здесь рыбы нет! Здесь рыбы нет, кто говорит? Директор стадиона, да? Да. А, вон стоит рыбы кто-то. Это кто такой? Нет. Паша, это ты что ли тут? Или кто тут синенький такой? А, это Витя, ты, да? Где? В каком месте? Да вот он ты, около моей канистры. Я сзади.
Задет хорошо. Ой, слушайте, а у меня соляр это все. А что, в гараже не заправляют, что ли, теперь? А полный бак там никто не дает, ты что? Там, дай бог, я не так знаю, нет, половину капнул. Там 200 литров дают. Чуть-чуточку, хоть маленечко. Дима, не торопись, дай я проеду. Я по беспределу. Ну подожди, у меня там хвост еле едет. А, у тебя еще что-то там? У меня же Шаланда сзади. Ой-ой-ой-ой-ой. Красава. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, завалил. Молодец, как. Все, Витя, можно? Можешь, если захочешь. Да, все. На чем тут ездить вообще? На вертолете, на вертолете надо. Ну, УАЗиках только. Белат я был там, помню. Дорожки узенькие, блин. На обзор я еще на нем, на него делал. И все, и в гараж. Ох, мы как, тут да, накопали-то, да, тут вот тут дорожка фронтовая в натуре. Я квадрат зон залезу. Пишет, карта сделана под дефолтный транспорт. Ага, и что тут с дефолтным транспортом? Вот ощутимо, ощутимо то, что тут только на дефолтном. Да-да-да. О, смотрите, я вообще нормально захожу сюда с двумя очками, Паша забрался спокойно. Все, я сейчас разгружаю, тут никто еще не разгрузил, ты сейчас лишний притараню. Да просто по ширине. Не-не-не, там не хватает-то. А, вот ну там все. Написано 6 из 8. 8 из 8. Одна заполнена, Паша, я верю в тебя. Есть. Так, парни, я да пересажусь. Какой? Я на Урал полез. Ты в меня веришь, я там все. Я поехал за соляркой, парни. Я за солярой. Давай. А я и буксую в глине. Ёкарный бабай. Ой-о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 й. Ёкарный бабай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, я лег. Я лег. Я шаланду перевернул. Что за жизнь, что за веселуха. Пипец. Хорошо покатались. Нормально, я поднимаюсь сейчас. Хотел сказать, Коля молчит. Оп, все нормально, я уже на колесах, парни. Я на колесах. Я поднялся. Ты на коне, да? Так, все, я зови. Ну ты ж включал, микрофон хватает, он телек хватает. Это кто это говорит? Паша там с кем-то общается. Слушай, я может быть сейчас попробую перевернуться без потери бревен. Попробую, по крайней мере. А ты длинный потерял? Да, перевернул его. Вот ты дал вообще. Хватает. Так. Ух, не, 375 сила вообще. Блин, пацаны говорят, он музыка какая-то по телеку играет, Дима такой. Дима такой. Ой-ой-ой-ой-ой! Стой, 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 стой! Во, нормально. Че ты, Димон, там насчет солярочки? Еду, чего еду, ты? Еду, Колян, вот на этот серпантин, где помнишь, ты за елку зацепился, забрался только. Сейчас вот пилю туда. Пилю и даже, наверное, может быть, допилю. Ух ты, тут гора-то, тут вообще для чего тут сделали-то? Обалдеть, обалдеть. Чтоб жизнь медом не казалось. А, это вот где ты говорил, что не зацепиться, сюда не забраться-то, да? Да, я туда хотел заехать, я так и не заехал. Ну вы, блин, даете. С двумя очами я туда не забрался. Ага. То есть вообще тут не вариант за что-то зацепиться, что ли? Походу нет. Я развернулся и. А у меня есть. То есть я не разворачивался задом. Вот тут еще комадик стоит, бензовоз, кстати. На заправке. Дефолт. Ну его же открывать надо. Блин, что-то у меня. Ага. Блин, перепад у меня, короче, с бревнами. Причем он стоит, знаете, какой КамАЗ-то тут, блин. Задний привод. Да, на кой он болт? Да, 65-20. На кой он болт тут нужен вообще на такой карте? Чисто на него посмотреть, что ли, я не пойму. Сейчас я пересяду, гляну, что в нем там есть. Знает кто там, ну, что в нем? Пол цистерны в нем точно пол... есть. Он сам целый весь и полная цистерна. Ну ща я его тогда полная? Возьму. Да, ща я его возьму на хвоста, парни, и попробую сейчас ее куда-нибудь. Блин, у меня не могу. А, вот. Злой слон. Паша, я сейчас к тебе. Куда ее в детстве, блин? Ты ее
Паша, вот ты там лазишь вот где-то непонятно на каком-то огороде. Туда да можно. Я тут диван лазю, тут ты не представляешь, что тут. Давайте я туда отгоню этот дефолт, если он доедет. Поехал вроде. Я не могу вообще загрузить шаланду. Да вообще ни о чем машина, блядь. Блин. Опа! Урал поставил на колеса. Так, плюсы пошли в игре. Витя, не зря ты в меня верил. Ну так. Все, я поехал. Я вообще не зрячий человек. Да. Не, ну тут, в принципе, если до него... стопэ. Жесть. Ну тут, блин, я-то думал, тут как-то прям так раз и все, и я тут хрена с два. А тут и не раз, и не два. И не все. И не все, ну. Что-то я еду, тут тоже какой-то... Блин, я вообще не представляю. Вот эта карта называется «Хочешь по ЕЕ?» Эта карта для тебя. Ну вот я не могу, блин, ну что ты за раз мне показываешь? Тормози! Тормози! Не тормозится! Вот, тут еще точка, еще и точка в воде, нормально. Как вот я тут, на этом я не буду даже спускаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паша, я где? Я-то где? Я не знаю, где ты. А, как я так промахнулся! О, дурачок, я в ту сторону поехал. И что мне теперь делать, ё-моё? Ну, блин, вот это косяк, парни. Ну ладно, что я его оставлю тут тогда? Я сейчас даже, знаете, как его оставлю? Я сейчас его оставлю с открыванием точки. Сейчас я его жопой туда утоплю. Ага, утоплю. Я уже все, по-моему, приехал. Утопился? Да. Ну-ка, давай за задницу. Димыч, сядь на КамАЗа, который на заправке. Или ты на нем уехал? На заправке Урал у меня. А, у тебя подними меня тут, это, лебедочкой в бугорочек, а то у меня с глючечкой вообще проблемы. Так, 75. Заправить тебя? Не, поднять меня. Поднять к заправке, да? Да. Да-да-да. Сейчас давай. Так. Все, я начинаю двигаться. Обалдеть, я уже умудрился перевернуть. И автономку перевернул, и шаланду перевернул. То есть ассортиментовоз перевернул. А, блин, вот, короче. Блин, я тебя вижу. Уже столько напереворачивал здесь. Это как понять. Так. Еще. О. Еще ближе подъедем. Привет, привет. А, нет. Еще. Спускайся. Спускайся. Во. Подожди, что я сейчас полный привод врублюсь. Все, погнали. Что там лезешь? Да. Мы все куда-то лезем. Ну я Коляну на заправку поднял. А еще тут один пишет, короче. Тиксоне какой-то. Не карта, а Армагеддон какой-то. Дальше хуже. Карта жесть вообще. Так, ладно, я поехал, наверное, вниз тогда. А, надо ж мне этот. КамАЗ, где ты КамАЗ? Опа, я загрузился. Да. Опять везу 4 очка. Опять? Ух, снова? Снова? Я снова в игре, да? Так. Только мне из этой ямы как-то вылезти надо. Сейчас я, парни, открываю точку задом. Открываю. Аквариум задом мне тоже хорошо едет. Стой, зараза! Дима отжигает вообще там. О, Колян едет. Колян, ты не туда повернул, надо было там где-то налево дорога есть. Или ты на дальнюю попёр? Я на дальнюю поехал. А ты заправился? Да. Ну если что, у меня тут будет, короче, я оставляю этот, наверное, этого товарища здесь. Ну мне, кстати, солярка скоро пригодится тоже.
Ну я не знаю. Я походу на 260 поеду еще сейчас. Пересяду 260 и повезу на нем. Так. Так, какие мы пилорамы вообще заполняем? Ну, вы там что, проехали, что ли? Я пытаюсь в крайнюю левую довести 4 очка. Блин, вы там проехали, нифига себе. Крайнюю левую, я тогда поеду в крайнюю где правую. Где мы проехали, Витя? Блин, там бы это, Паша вообще в каких-то вычистительных этих плавает. Да тут вообще трудом. В домешках каких-то там. Так, кто где? Витя тут? Я машина просто, представляешь, по ширине просто дороги даже не ходит. Так, ладно, я сажусь на Урал, а погнал тогда, сейчас заправлять буду. Какой ты? Заправлять, да. Так, где тут съехать-то? Можно где-то съехать? Можно, сейчас я... О-о. Нет, вообще не вариант. Не вариант, не вариант, вариант. Все. Сейчас будем, парни, устраивать. О-о-о, американские... сейчас будет жескач у меня здесь. Американские горки сейчас буду делать. Эй, разбегайся, кто куда. Будем срезать. Ой. Все. Гейм овер. Гейм овер. Нет пока. Так, все, парни. А как мне задний ход на буксирном автомобиле включить? Никак. Я не знаю. Он как-то сам бывает дергает потихоньку. Ну вот сам, да, бывает, а вот... Все, парни, я поехал. По экстриму. Это надо, короче, знаешь что? Это надо, короче, тормоза 3 раза нажать. То есть S, короче, 3 раза подряд нажимаешь, он назад дергает. Да? Это на автомате, что ли? Ну да. Все, парни, поехал. Поехал я куда-то, я сам не знаю куда. Не знаю, у меня ничего не дергает. Что-то... Ну это мутная система, но она в принципе так работает. Ой, все, парни, спускаюсь я. У меня эта система никак не работает. Я помню, у меня гоу бухать. Не злой слон мне пишет тут, гоу бухать. Кто не злой слон? Ой, не прокинуть бы мне его только. Ух ты, я здесь, здесь я был. На обзоре. Нет! Да, ребята, кто потом захочет посмотреть, можете у меня тоже на канале посмотреть. Нет. Вторую версию покатушек. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то он. Ну конечно, Twitch огонь, блин, не то что YouTube. Да ё-моё. Парни, сейчас привет. Отвечу. Привет, да. Привет, Никит. Ой, Димон, опять началось, бросил наушники. Произвол судьбы. Блин, здесь вообще же, как сказать, так, пятая точка, короче, здесь. Блин, как мне трясусь. Дима, ай. Не бросай наушники, а. Сразу фонить начинается жестко просто. Да? А сейчас? Ага, прям у-у-у, вот так вот было. Не, ну сейчас нормально. У-у-у было. У-у-у, тогда было. У-у-у. Да. У-у-у, сейчас глядите, сейчас волки-то как выпрыгнут где-то из-за угла. А кто такой незлой слон? Паш, случайно не твой родственник? А чё пишешь? Че пишет? Много чего писал. Гоу бухать писал. Нормально. Точно, да, Паша, твой родственник. Наверное, как раз он знает, что ты по выходным ходишь с Антохой квасить. Может, это Антоха? Ай, блин, я не могу. Я сейчас все, у меня сейчас все, если я сейчас здесь упаду, это будет очень плохо, ребят. Так, я еду. У меня прям вот в это все. Это не Антоха пишет. Блин. Так. Как подгазовать его? Так, пересаживаемся на КамАЗа. Где КамАЗик? КамАЗик. Ай, нет. Ой, сейчас у меня такой экстрим был, ребят. Да?
Блин, да, это просто, это была жесть, короче, я не знаю. А, Витя, ты что, этого 6 на 6 уже на обзор катанул? Да, ну, вчера что? Еще перед сном. И вчера, это... вчера не это, я не мог. Вместо молитвы на ночь обзор на 6 на 6. Блин! Ребят, я пойду покурю, я меня просто... Я уже улыбка через гнев. Так, парни, я тут съехал, сейчас мне надо... Так, все, у меня так все замерло, короче, я отошел. 375. Я сейчас тоже на паузу поставлю, можно сгонять, кстати, парни, сделать перерывчик, покурить. Так, сейчас мы заведем этого товарища. Ё-моё! Все, дерьмово. Два бревна потерял. Паха, я вообще прицеп потерял. Так, ладно, полезли. Полезли в гараж. А, этого-то товарища мне можно и не тянуть, наверное, да? Там кто-нибудь через реку-то через переезжал? Ну да. Сюда, налево и к вам. И к вам я поеду сейчас. А кто-нибудь что-нибудь везет вообще, какие-нибудь дрова-то? Ну, я везу. Я пытаюсь, но что-то пока ничего я тут что-то вести не могу. Не очень, да? Пытаюсь. О, Виторгана вижу. О, он курить ушел. Вот, Вач, как кто-то привез? Колян, ты? Это я же без перецепа катаюсь, его оборвал. Где-то на качках. Я же просто на автономке езжу. Так. Я вернулся, ребят. Угу. Его вообще подпер я. Ой, блин, я, короче, я, по-моему, сейчас краску теряю. Ведь это там не проедешь. Не знаю. Кто сказал? Кто сказал, да? Не знаю. Надо мне. У меня тут такие качели на Урале. Шаланда в одну, с одной стороны, Урал с другой. Так, блин, че, а кто тут возле меня? А, вот, на Виторган, Витя, ну ты же на Урале стоишь. Где? А, это ты там ковыряешься? Ну конечно. Че там ковыряешься? Да тут вообще беспредел. Ты там не проедешь, вот где ты хочешь ехать, я не знаю, у меня не получилось. Да? У меня, наверное, тоже не получится. Эй! Падает! Падает! Все. Че он упал? Ну че он упал, а? Ты его подними? Что он упал, ты его подними? А че, музаки, что ли? Так, опаньки. Еще нашел тут. А, все, короче, я скидываю прицеп, ну нафиг. Я с автономкой тут не могу ехать, а вы говорите про прицепы, про какие-то, вы чё, парни? Поеду я с автономкой. Единственное достижение, это вот мы, Паша, дотащили этот сортиментовоз 6 очков, вообще на ура. Это было, да, это было, конечно, мощно. Это единственная, наверное, победа. Так, в гараже тут, не заправят меня в гараже-то, нет? Вообще ничего там не прилетит. Ну, чуть-чуть есть только. Не прилетит там хоть маленькая вкусняшка какая-нибудь. Где у меня 260, кстати, я забыл. Не хочу бросать. А где у меня 260 стоит? Как быть? 50 очков ремонта. А хрена с два, ничего там не заправляют они. Вот блин, враги. А, 260 у меня в гараже был. Вот враги. Вот. Так, все, я, короче. Попёр, я не знаю, что мне делать. Так. Что мне делать, как мне быть? Ну опять вот засада. Где-то тут еще должен быть проезд, наверное. Где ж я тут его проезжал-то, чтобы мне тут кругаля не списать? Вот. Так, бортовая. Вот. Нет, не бортовая. Да? Вот он. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так, опа, ой, Димон, что это было? Лагануло что-то, что было? Меня тоже лагануло. Что ты, кто что в гараже ставил? Я автономку, запаску ставил.
А, ну вот лагануло. Я тут вообще не при делах. Я как умная Маша тут загружаться еду. Так, сказал я. Так, прицеп бортовой, бортовой. Два. Как мне к заправке подняться, ребят? Ну сейчас я туда подъеду. Кто-нибудь тебя поднимет просто, там сам не залезешь, если у меня. Есть вот... к заправке, Витя, я тебя подниму, я сейчас туда еду. У меня вот стоит эта фиксулька, у меня лебедка на заглушенной машине, на утопленной работает. И этот, как его зовут? И трос подлиньше. Наверное, долбит из-за этого. Вот я заехал, давай, вот заехал. Уже полчаса отсюда выбраться не могу. Так, ну карта же для дефолта делалась, что ты хотел. Ну да. Ого-го. Это ж не на твоей машине тут ездить, это на дефолте ездить. Ого-го. Ого-го. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть в откос назад. Назад, назад. Едем назад. Вот она, дырочка. Сейчас мы туда ее прочтим. Ой-ой-ой-ой. Димыч, микрофон клонит, Димон. Ножичка. А сейчас? Ой-ой-ой. А сейчас тебя плохо слышно. Алло. Ребята, вот ну я, короче, перевернулся. Алло. Да. Слышно, нет? Или что там у меня? Да, да, слышно, слышно, нормально. И не фонит, и слышно, все хорошо. Так, парапапарам, парарам. Что ты, Вить, подъехал? Нет. Что там, кто где упал-то? Я еще еду в гараж. Парни, вторая ночь. Ты меня сейчас не обрадовал. Нормально, я поехал машину тогда свою подымать. Если получится. Так, сейчас я цистерну надену. Вообще, порнография какая-то. Да на че я там так стрел-то? Я его достал, блин. Так. Где у нас там это, как его, господи, цистерна, топливная цистерна? Что мне надо? Пожаробезопасный выхлоп. Так, пожаробезопасный. Цистерну дефолтную ставь, ведь. Да. Так. О-о-о. Блин, Клинтон. А чё же я делаю-то, а? Вот я тут маленечко промахнулся, походу. Ну-ка, попробуем. А, вон он. Лебёдка сейчас его. Морду ой. Подвернуть, если получится. О! Пролезла. Кажись. Давай. Все, пипец. Жопой сейчас. А. Да блин, промеж деревьев тут застрял. Сейчас я загружу, да. Собака бешеная. Мама, не горюй, вот эта карта. Здравствуй, жопа, Новый год называется. Давай обратно, я сейчас обратно его не вытащу. Какашка наверное. К нам присоединилась. О, какашка любит, походу, наши стримы. Да, ни одного стрима какашка не пропустила. Блин, не пропустила. Вот я. Я тут все. Звучит вообще не очень. Ай! Опоздала какашка. Теперь морда застряла. Вытащите меня кто-нибудь, я тут застрял. О, вылез. Давай. Ага, Дима, это в Димином репертуаре. Хотел скощунить, да? Ну, а я уже не раз тут, кстати. Да ладно? Ты там нырял? Я и нырял, и так промеж деревьев, и с горки там у меня все на видео будет. Все мои гадостные дела будут прям тут. Тут можно будет у меня лицезреть. Ты куда поехал, Коля? Я сейчас приеду. Так что заходите в группу, ребята. У меня там машина, видите, перевернулась. А ты что, далеко? Ну да. Ой, тут, наверное, глубоко, наверное, нет? Я успею, я так думаю, вернуться. Буду надеяться. Я думаю, да. Ох! Давай, дружище! Давай, ходу! Тут и зацепиться не за что. Переехали. Почти. Давай. Ладно, давай занимайся, Колян, пока своими делами, я тут гучком попробую. Опа.
Все, перелезли. Да если что, я в одиночке играл, я там справа по зеленке подымался. Там можно подняться справа по зеленке. Да? Я что-то побоялся, там слишком уж как-то... Так. Как-то уж учение-то. Ну что, кто-то что-то где-то разгрузил? Ну да, вы же там одну пилораму заполнили. Так, вы там разгрузили. Одну, да. А, ну дальняя две. Колян, ты тоже там очки везешь, да? Кого я вообще... Я поехал машину поднимать, я перевернулся. Ну вот у бензовоза ты там стоишь где-то, да? Да я на бензовозе поехал. Так, Паша где-то тут. Только он не едет. Пилорама. А на пилораму тут можно через вот эти вот, через этот огород проехать? На пилораму через огород? Ну, на левую. А черт её знает. Я там не ездил. Ну ладно, я попробую на нее, короче. Попробую на нее. Кто-то там светит, видит, или кто это, или Паша. Что-то там светит. Я, наверное. Нет, вдалеке. А ты где? А ты вот, ты на. О, я тебя вижу, ты на той стороне едешь вон. К этому да. Загружаться, да? Да. Все, оттяну сюда. Вот, вот он, Витя. А ты на чем? Ты на Кразе. Да, я на Кразе. На Кразе с автономкой. Я тебя вижу. У тебя с прицепчиком. Автономка светит. Прицепчика пока не вижу. Ладно, все, не суть. Надо, блин, ехать. Надо, блин, ехать и идти дрова. А то я чувствую тут надолго. Сейчас я посмотрю, что тут за дорога. В чате какашку не обижайте. Там мы ничего плохого. Это мой талисман на прохождение данной карты. Ничего мы не сказали плохого. Не-не-не, не мы. Да? Да. Так, я начинаю грузить. Я начинаю нервничать. Я начинаю кого. Да я загружусь-то уже. О, вот это я приехал. А, вот оно что тут такое. Я думаю, что тут за, блин, огород какой-то непонятный. А что тут крас с чем-то? Это крас с чем-то стоит. Он с чем там? С ремонтными частями. С ремонтными частями. Ладно, поедем сейчас его. Мимо проедем. Он будет закрытый. Пусть будет. Вот, кстати, ребята. Ребят, тоже... у меня 2 минуты перерыв, я сейчас приду. Мне давай. Срочно. Давай. Закипел. Так. Осторожно. Назад. Опаньки. Вперед. Тоже вот, ребята, кто будет смотреть. Вот работа. СВМП версии 3 будет. Дефолтная машинка стоит, светит ночью. Кразик тут. Кразик стоит. Ну, кстати, я походу его где-то вижу, он там походу светится, стоит. Что такое? Засмотрелся, Дима? Да блин, не говори, пока тут камерой крутил, чуть не уехал. Не заложил его, е-мое, КамАЗа. Чуть-чуть-чуть приподнял. Оп, потихонечку, блин. Помаленечку, сейчас мы тут прощимся. Да, карта, блин, даже для четверых опытных, скажем так, водителей, да? Туговато. Да. Печально. Так, сюда-то я проехал, теперь как... О, а кто там стоит с прицепом? Это кто? Я гружусь, нарисовали с прицепом. Это на Паша. А, это Паша. Это Паша. Вон у Паши, кстати, прицеп, все, подсветка на автом. Ух ты, какая тут кривая дорога. Получится мне тут потихо проехать или нет? А то прямых-то дорог-то я еще и не встречал. Да тут вообще просто пипец, Витя. Ты не поверишь. Я что-то не думал, что так настолько все хардкорно будет. Я думал, шаланды проедем. Ага. Я уже все, шаланду там перевернул, я даже возвращать его не буду, это без вариантов, короче. Главное не упасть. Нет, я молодец. Я сегодня шаланду прокатил тут. Ой, сортиментовоз на 6 очков. Ну, правда, с помощью Паши. Вот, а я-то в объезд подъехал, я ж там это... Ну, вот на ближайший я на пузо посадил КамАЗа, что ли? Не-не-не-не-не, давай, дружок, давай. Потихонечку, помаленечку. Опа. О, я, Витя, тут твою машину нашел. Какую? Да тут, где огород, где этот крас. А, 335 там у меня.
Так. Ну там и мой тоже там стоит рядышком. Так, тут какая-то гора. Пойдем в гору, короче. Ну-ка, свет в студию. Ух ты, я тут не заберу. Блин, вообще не видать, что тут надо мне? Да как у негра в одном месте. Как у негра руки. Ой-о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 й
Ай, давай. Ух ты. Где наша не пропадала? Вперед, на срезание. Давай. Эх. Нам написали, что мы должны ее победить. То есть мы ее победим. Да, особенно я. Я уже еду по стене по какой-то, по отвесу. Как мухи ползают. Я как муха уже полез тут, по отвесной стене какой-то ползу в гору с этим, с автономкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Вообще. Давай, дружбан, вперед. Ну ладно, жесть, ты бы видел, где мой Урал и как он стоит. Ой, где мой Крас и как он стоит. Колян, надо тебе тоже писать. Надо. Так, как мне проехать на ту пилораму? Мне кто-нибудь расскажет, нет? На какую? На правую и дальнюю. А, там уже 2 очка есть. Я туда уже ездил. Но... Это вот у меня 4. Я через заправку подымался. Так, ну я попробую доехать. Так, я куда-то уже тут, парни. Давай я тоже сейчас поеду на заправку. Через заправку, то есть. Сейчас я тоже туда поеду, короче. Может, меня вытянет кто-нибудь? Сейчас я уже почти своего этого Краза вытащу. Я на пилораме, парни, уже. Почти. Молодец. С 2, правда, очками, ну, блин, что поделать. Но это все-таки уже что-то. По сравнению ни с чем. Ну, одна открыта. Сейчас вот туда. Там 2, а ты, Витя, тоже сколько? 2 тащишь, да? 2. Видеть, как бросить курить, легко и просто. Взять и просто бросить. Не курить. Я снова тут. О, молодцом. Да. Мы тебя ждали. Да, ждали. О, драйвер, что-то там это. 2. Блин, ребята, я уже знаете, сколько очков привез? 6, 2 и 2. 10 очков. Да? Да. Это вы тут что-то все что-то вы тут кощуните как-то потихоньку. Валяетесь где-то там. Я упал, я типа застрял, да? Я упал, я застрял. Паша вообще я, типа, просто застрял, тупо. Я типа перевернул. Паша тупо вообще, я ушел, короче, идите все в жопу. Так, интересно, я тут спущусь, наверное, да. Будем срезать. Ешь кудряшки, на. Будем срезать, парни. Вообще Кудряшкин, конкретный Кудряшкин, видите? Я с тобой согласен. Будем срезать. Ух! Разбегайся, кто куда. Честный народ. Да. Потом видос кто будет у меня смотреть, посмотрите. Я тут вообще экстремалю потихой. Я не ищу легких путей. Оп. Я промолчу по поводу комментариев. Пипец, короче, я парни все положил его. Легкие пути закончились. Ну, бревна-то привез, слава богу, и можешь уже класться там. Можешь валяться, да? Да. Так, ладно, сейчас я его подниму, у меня лебедка-то работает, когда утопленный, заглохший. Сейчас я его подниму, парни. Давай, вставай, зараза. Вставай, зараза. Ну, заводись. О, есть контакт. Заводись, давай. Тяни, лебедочка, тяни. Дима, а ты поднимался на заправку, ты нашел там что-то, за что зацепиться, да? Ну, у меня же этот фикс стоит, и я нормально. У него лебедка длиннее. У меня длиннее, у меня... А у меня тоже лебедка теоретически должна быть длиннее. Но я все равно не нашел. С чего? У меня фикс тоже на лебедку стоит. Да? Ну тогда ты должен залезть. Я туда поднялся, насколько мог, и до одного деревца достал. До какого-то, да? А, так тут не так уж эта грязь и страшна-то в этих... Я загрузился! В этих о, я думал, ты на пилораме уже. Во второй раз. О, привет. Ну, драйвер тоже 2 очка привез, ё-моё. Ну, я говорю 2 очка, говорит 10.
Нет, ну у меня 6, 2 и 2. Все как положено. Так, сюда. Так. А где тут было? Узенькая дорожка. Узенькая. Ай-яй-яй-яй-яй. О, вон, Паша едет. Паша, я тебя вижу. Я тут сейчас, короче, по хардкору буду вылазить. Воткнулся. Доело. А что не едет? А, лебедка, газ. Эх, ядрен батон. Что? Ёпсель-мопсель, да? Давайте едь, ну господи, ты чё такой? Стоп, 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 стоп. По очереди придется мне здесь подниматься. Сначала одной машины, потом другой. Колян, ты чё там, как у тебя дела? Да, я вылезти не могу, я машину поднял, а вылезти не могу. Давай, дружок, поехали в лес за орехами. Там есть? Так. А, Витя грузился, свет там у тебя был от автоновки или от крана? Света, да, был. Приятнее было, как бы, да? Когда, ну да, конечно, когда, гораздо. Когда сама загрузка у тебя как бы шла. Ну да, да, да. Сюда и вот сюда мне надо пролезть как-то. Давай, поехали. Дружок. Дружочек. Блин, давай пошустрей как-то. Во. Да. Да елки-палки. Надо было играть не на симуляторе. Тогда вообще мы тут уже побыстрее бы, наверное, прополучила его у нас. Так, сюда я приехал. Гараж я вижу. Так, где мне махануть-то? Тут. А я перееду? А я не знаю. Ой. Ура! Я поднялся. Ай. По зеленке. Так, я говорю, там я по зеленке поднимался там. О-о. Так, сейчас я попробую сюда затащить этот. Как вот там. Всем мордой. Так, Колян кощунит. Да ну, вообще не получается. Я кощуню. Это я уже тут все, что можно, посокращал. Так. Сейчас, где у меня тут мой? Давай, раз. Поехали. Блин, соляры на исходе. Что-то туговато. Что-то как-то никак, парни. Что-то да? Что-то уперся в чудо, что ли. А, во, все полезло. Нормально. Давай, 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 кабазуля. Давай, красава, давай. Ой! Эх, зараза, ну что ты там встал-то поперек? Ну, на ровном месте, бляха-муха, шлифует. Есть тут что еще за что сходить? Ай-ёй, куда, куда? О, нет, все нормально, нашел. Пару-ра-ру-ра-ру-ра. Давай, 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 дружок, давай. Пролезли, так. А что, есть у кого ремонтные части с собой? Да. Так, а ты что, не ставил ничего? У тебя нету никаких там прописулек? На фарках у тебя должно быть полтишок, по-моему. Нету? Ой, мне в обратную сторону. А, не, мне в эту сторону. Что, на фарках у меня соточка, а с этой соточки уже понту-то я опять машину разглотал в хлам. Ай-я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 й. Все? Да. Что случилось? 260 перевернул. Ой. Витя уже там весь автопарк перебрал, походу. Да пипец вообще какой-то, ну я не знаю. Нет, сейчас, парни, сейчас, парни, я пойду с прицепом. Ну вот я с прицепом и завалил его, ё-моё, а. Эх, пошел я за прицепом. Сейчас я вам покажу, как надо. Где-то он здесь у меня валяется, где-то есть. Как-то увидеть вообще здесь. Вон он лежит.
Я его не достану вообще никак. А, или что это я достаю-то? Я вообще понять не могу, за что я там достаю. О, нет, слишком далеко. Где-то он тут валяется. Вот, я уже в гараже. Ни с кем не знается. Блин, у меня КамАЗ скатывается. Блин, забыл ручник поставить. Ой-ой-ой-ой. Оп. О, дали солярочки 168, парни. Чудесненько. Да, с прицепом-то там по дыркам и по всяким по этим не полазить, наверное, да? А больше у нас альтернативы-то никакой и нету там, чего-то такого поднарыть-то, да? Чей-то урон так. На этом. Светало. Прилетает. Так. Какую ночь мы уже тут? Это вторая. Так, ладно, я одеваю шинезышки. Так, что бы мне еще такое? Прицеп бортовой. Повеселиться, что ли? Парни, пойду перекурю, наверное. Что-то уже давай, все. Хорошо, иди. Надо бы никотина вдохнуть. Так. Ну это уже скач вообще. Не фонит еще ничего там? Не-не-не, пока нормально. Нет. А так? Так тоже нормально. Ну, у меня, короче, я довел, у меня краска сломалась. Ура! Блин, а у меня краска сломалась, короче. Весь. Ёшь. Ну, кудряшки, ну почему же это он? Так. Да ё-моё, весь исчебурахался. Так, осталось 6 еще довести. И еще 2. 6 и 2? Да, 8 очков еще. Так, я не знаю, что мне делать. Так. Урона, блин, пипец у меня. Витя, у меня у самого 534 из 600. Я не знаю, у меня он наладом дышит, еле поднимается. Но у меня... А, 500 из 600. Ну, нормально. Ай-яй-яй, опять переворачиваюсь. Да что ж это такое, а? Я подняться никак не могу. А есть горючка у кого? Не, нету. У Димона у была. Меня есть почти. Это как? Ну, вроде как есть, но я не в этой машине, так сказать. А где у тебя там машина? Так, я тут. Подъезжай на заправку, я тебя заправлю. Я тут и я поехал. Попробую с прицепом. Че, я не пойму, колеса не крутятся. Кто-то палки в колеса вставил. Ребята, у меня колеса не крутятся на машине. Почему? Не знаю. Может из-за того, что урона много? Может, не поворачивается? А, во, пошло. У меня скорость, видать, не до конца была воткнута. Ой. Карта, конечно, жесткая. Да вообще. Это карта для гусеничной техники, наверное. Уже создали. Да. Да уж. Сейчас попробую, конечно, я крас это перевернул. Прицеп у меня валяется, я даже его поднимать не буду. Хотя бы крас это. Ребята, да, кто там слышно же, да? По этой, по трансляции. Да, всех слышно. Можете посмотреть в Вите обзорчик, потом можете у меня в группе зайти тоже глянуть, как бы с другой камеры все это будет заснято. Все это будет выложено. Если не туда поехал. По-моему, больше никто не согласится это смотреть. Ну-ка попробую я тут сейчас напрямки. О, видите, КамАЗ тут стоит. Через пин. Да. А, сейчас Урал обсохнет. Я тут сейчас все обсохнет. Я сам. Все отлично. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются.
Когда же я себе КамАЗик этот запилю? Но все зависит от тебя, когда ты его себе запилишь. Нет, Колян, все зависит от тебя. Когда ты, когда ты мне поможешь. Ну, так. Я не знаю. Так, все, парни, я загрузился. Пошел, короче, опять. Курить? Нет, не знаю, куда пошел, но куда-то пошел, короче. Так, надо заценить, куда ехать-то. А что-то у меня руль до конца не выворачивается ровно. О, вывернулся. Скрин, что ли, шлепнуть? Витя, привет. F12. Да, привет. Где привет? С какой стороны? А, уже проехал тебя. А, так, 6, кто-то туда при... Я поехал на дальнюю, парни. Паша, а ты что тащишь на дальнюю? Я на заправку. Витя, ты можешь меня подъехать заправить? Ща. Ладно, я на дальнюю туда пошел. Блин, я пытаюсь бревна загрузить. Я сейчас... Четырьмя очками пошел на дальнюю, парни. На верхний правый угол. Ёшки-кудряшки, надо мыслимо так это бревна зацеплять. По-моему, не мыслимо. Так, надо попробовать их, может, попробовать задвинуть. Так, как-то где-то надо... 2 литра, парни. Сейчас, если водки. Что, я к тебе подъеду. Ставишь 2 литра, чтобы тебя дернули или заправили? Обсох? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас только хуже сделаю. Так, сейчас я сюда. Черт, его побери. Сейчас, подожди, я смотрю, подожди. Сейчас, подожди 5 сек. Ты где? Ой, ё-моё, как ты не близко-то, а? А я, интересно, сверху смогу тебя заправить? Сверху? Да. Ну да. Ну если на пилораму поднимешься, сможешь? Не-не-не, не на пилораму поднимусь. Ой. А как? Ну вот, с другой дороги, с верхней дороги, если я подъеду к тебе. Так, как бы тут за что-то зацепиться. Ну да, в принципе, да, сможешь. Да, ну давай, я сейчас там подъеду. Сейчас только цистерну заправлю. Я еще с заправки не доехал. Вот зараза, ты. Ты гляди, застрял. Не, вообще вон на лебедке еду. Так, КамАЗ заправился. Пошел. Не падай. Духом. Давай, ну! Паш, контролируй меня, чтоб я мимо тебя не проехал. Давай. Так. Кажется, пролез немножко. Оп, даже немножко пролез. Интересно, я тут не утону этого дерева. Наверное, нет. Опа. Ой, глубоко-то как-то. Не здесь-то нигде. Рядом уже. Где все. Там? Как нет, я? Ну подальше. Пересаживается. Так, и где я встал? Вон где. Вот здесь налево залазь. Ага. Можешь там, да? Ой, я тебя вижу. Вот, да, вот здесь. Да все, достанешь. Достанешь уже, наверное. Думаешь? Да ё-моё. Ага, достаю, отлично. Всё, спасибо. Полетел. Орля-то учится летать. Да не говори. Ух. Меня, блин, тут берёза это полюбила. Ой, не положить, мы его не положить, стой! Стой, зараза! Надо посмотреть, где хоть там Дима-то летает. А, вон он. Ага. Так, мне надо вернуться к себе. А вот и я, привет, видел? Какой я вездесущий просто. Так, а как я не понял, я что-то, блин, хотел туда, а попал сюда. Как-то тут неправильно все это дело. Ой, боже ты мой. Я уже, я не знаю, сколько я сегодня раз переворачивался. Я уже боюсь считать так. Стыд да срам. Так. Надо взять себя в руки и в ноги. Сейчас мы будем делать.
Акирасу. Блин, это дерево вот вообще никак там оно мне. Блин, ну я, конечно, бревно и зацепил, ёшкин кот. Давай, уже назад. Как мне утаскивать отсюда, интересно? Я его отсюда не могу зацепить. Ой, что-то я переборщил, по-моему, немножечко. Зацепиться, а я назад уже, наверное, не смогу. Не смогу и вообще тут, наверное, все. Смогу и не хочу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все сломаются, наверное, ёлы-палы, как мне быть-то? Ага, надо было мне вот тут переезжать. Вот. Так, Квадрат Зон пишет, что мы приуныли. Мы не приуныли, мы заняты очень сильно просто. Так. Еще и не заправить не уводила. Ладно, пересеем. Попробуем сейчас. Там очки-то вроде есть. Ну-ка, давай назад, паря. Попробуем за деревом и сюда как-то ломануть. Давай, поехали, прицеп назад, прицеп. О, Коляна вижу с прицепом, нифига там едет. А, ручник не взял. Мне бы, а ты где? Ровно хоть какие-то. Да собрать, я вон в луже тут направо немножко посмотри, тут балдею. Вижу, она. Балдею тут вообще по полной. Да вот что же ты будешь так, делать? Да еще надо. Смотри там по карте, я даже вообще без понятия, я еще ничего не довез сегодня, просто вообще. Не, я двушечку привез. Во! Диман Кочунин там. В чем пролез, Диман? Я тут уже вообще по беспределу. Ой-ой-ой, урод летит. Так, вроде как-то так. А Яшкин кот, а? Давай, КамАЗик, ну, маленечко, чуть-чуть хоть сдвинься. Ну, давай, дружок. Ползи, копай говно. Нечаянно три бревна маленьких взял вместо двух. Много не мало ведь, да? Не придется отгружать? Не, не придется. Давай, о, давай, пах. Давай, 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 родной, давай. Паха, ты откуда взялся? Давай, 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 чуть-чуть еще. Немножко на тебе горску. О, пойди. Не, одно бревно явно было лишним. О, оно зараза. Ладно. Легло хорошо там. Вывалилось или легло нормально, прикинь. Функция пересесть. О. Заправить. Так, надо их прищемить как-то. Да я не могу заправить, прикинь его, вообще обалдеть. Так. Ух ты, сейчас еще и Урал тут у меня что-то засадил. Надо как-то сюда съехать аккуратно. Я получилось загрузиться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, пока прицеп, ты мне нафиг теперь не нужен. Поехали. Ой-ой-ой, надо включать сразу. Ой. Ой-ой-ой, опасный уровень. Это блин, я сейчас, по-моему, опять... Ребят, вот это. Да, блин, вот тут глубина-то какая вообще. Жесть. А что это? Цеплю, нет? А, ты что ж, у меня колеса не в ту сторону крутятся. Так, теперь поедем. Я опять перевернулся. И опять а, у меня урок. Только загрузился. Витя так радовал, только загрузился. И опять, короче, стрел. И это же скач, короче. Я не знаю, как здесь. Опять все бревна раскидались у меня. Да что тут такое надето, я вообще не знаю. Ой-ой-ой-ой! Вот тебе и здрасте, жопа, Новый год. Все, приехал, Дима? Да я приподнял маленечко Урала. Так, с легансушечки. И не знаю, что теперь делать сейчас. Может, КамАЗ пойдет сам? Сейчас попробую, конечно. Хотя я что-то не сильно уверен. Как бы он с прицепом. Прицеп вообще такое ощущение, что он тонну весит, наверное. Вот я переворачиваюсь, у меня сразу 100 дамага прилетело на 260. Так. Хотя вот перевернулся, не бился, ничего, просто перевернулся. Оп. Так.
Не, я отсюда с прицепом не уйду, наверное, по любасу. Да что там на дне такое? Пипец, колеса повернул. Он все равно сюда, зараза, ложится и все, вот хоть убей его. Вот зараза-то, ну. И лебедку не берет. Да что ты будешь делать-то, е-мое? Что за волшебный, блин? Давай так. Оп. Оп. Вообще лебедка не тянет меня. Фигушечки. Ну давай ты вылазь сюда, давай. Ну опять урон. Ой-ой-ой! Да ё-моё! Прикинь, вообще там, я не знаю, что там наложили-то. Рельсы, что ли, какие-то под водой. Охренеть вообще, пипец. Ну что мне делать? О-о-о-о-о, перевернулся каким-то волшебным образом. Сейчас отцеплю прицеп, вот что. Отцепить прицеп, ну-ка давай, без прицепа. Вот, без прицепа пошел. Мало того, что он пошел. Так, а прицеп? Ага, задышал, тому не взять. Да, гляди, не могу этого поднять, главное, Урала. А во, все взял за морду, наконец-то. Блин, там да, в такой позе, наверное, еще никто бревна не грузит. Какой я? По-любому никто. Это вообще жесткать. Че, Димон вылез, смотрю, да? Да я этого Урала. А у меня что-то одно бревно потеряло где-то. А да, вот там достать. Валяет. Не бы Урала достать, а потом я опять полезу туда вот в жопу доставать этот прицеп. Мне бы Урала поднять, чтобы его этот, чтобы он тут уже на берегу был как бы. Да гляди вообще, Урал сейчас мертвяком там стал. Да что за хрен-то там, я не знаю, на дне. Вот он самый там, походу. Ач! Выплюнул бревно я. Короче, я не знаю, как его оттуда достать. Это бревно чертово. Давай, дружок, заводись. Во-во-во-во, пополз, 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 ну. Так, все, Урала достал, наконец-то. Витя, у тебя там наверху возле заправки машина же есть? Да, есть. Рядышком тут КамАЗ стоит у меня. Недалеко а от тебя заправки. Заправиться надо, Колян? Не, мне подняться там в бугорочек надо будет. Я просто, я так думаю, что я по зеленке не подымусь. Как бы мне достать прицеп? Парам-парам-парам-парам. Едем за прицепом, называется. Ой, что-то я, короче, перекрутил с машиной, у меня 62 литра расход. Может, ты там да. дури накрутил, наверное? Да нет, не дури, колеса. Чрезмерно. Колеса, Димон. Оп. 67, 73, 71 на ничего повышенной. Ничего себе, у тебя там расходик-то такой. Вообще бешеный, а еду сировский. Километра полтора в час. Сировский такой. Да, так. Так, ну, чё, продолжаем ты... разговор. О, не, я не зацеплюсь. Надо мне, оп, топе. Тут как-то мне надо подогнать тут этого. Ой, как тут плохо. А, вон он, я его вижу. Я вижу этот конец. О, Витя там что-то опять рассыпался. Да я ж только что загрузился, опять все у меня выпало. Оп! Все, парни, я с прицепом. Так, пересесть на Урала. Будь здоров. А вот тут с прицепом вообще не вариант ездить. Все нормально, парни, сейчас я тут. Хреново бревна ты, ёшкин кот. Давай, Урал, Урал, давай, давай, давай. Я вот здесь перевернулся, короче, смотри аккуратно, Колян. Там, да, там я тоже сегодня несколько раз по карту блин, тестировал. На ровном месте машина встает без полного привода. Вообще, без блокировки, дифференциала, ничего. Все, я повис. Как-то. Ну вот я тоже повис на лебедке и потом перевернулся. Вот так вот затеять маневр.
Я на том месте без знаешь, что сделал, как минимум. Как минимум бы я сейчас на твоем месте прицеп бы отцепил. Ой, не туда, стой! Он сейчас, по-моему, сам отцепится. Да не отцепится, он у тебя перевернет. Даже если спирт замерзнет, все равно его не брошу. Буду грызть его зубами, потому что он хорош. Ну это, конечно, хорошо все. Но... Так. Все, я его вытащил. Блин, что сегодня вообще с краном у меня происходит? Я вообще просто не понимаю. Сегодня вообще не день, а дурдом какой-то. Ужас. Стрим, конечно. Можно сказать, что не удался. Почему не удался? Катаем еще. Ну че, катаем, я не знаю, закидну какую-то еду. С садистскими наклонностями. Да. Так, мне еще одно бревнышко. Че, решил там подняться? Да, я вот думаю, как бы это сделать. Вот я тоже хотел там подняться. Сыновей, возьмешься. Но я сейчас всю солярку спалю, у меня осталось 30 литров, а подняться... Я подъеду, там тебя заправлю, не страшно, не страшно как. Там заправка рядом прям. Я могу тебя бесконечно там заправлять. Так. Эй, что там? Бросить его, что ли? Блин, да что ж оно так криво легло? А, вот нормально. Ты куда? Да я тут. Парни, наш стрим вообще закончится когда-нибудь. Ну, когда-нибудь теоретически должен закончиться. Но это теоретически. О, кто там с дровами? Паша, ты подъезжаешь? Или кто? Да. Сколько у тебя литров-то, Колян? 27. 27? Ну, хватит тебе пока, я сбегаю. Курну. Сбегай. Тебя 5 лет. Я тоже пойду покурю тогда. Паша, что тогда? У тебя там есть солярка? Ну в смысле, у меня нет бензовоза. Ну, в смысле, в машине. А, в машине? Ну 180 да. Литров есть. Может, со мной пойдешь? Я 4 тащу на дальнюю. Ну я вот 4 тащу на дальнюю, но я подняться не могу, я повис. Не вылез. Ну поехали, Дима, с тобой, давай. Блин, давайте, надо довести уже дальнюю, осталось чуть-чуть. А на дальнюю сколько она вообще надо-то? 6. Она все последняя. Кто-то гудит там. Да это я тут кнопочку перепутал. У меня так-то уже ночь, я сижу без света, клавиатуру не вижу. Ну чё, как дела? Да не могу подняться вообще. Может, я попробую КАМАЗом тебя сверху? Попробуй. Сейчас я подъеду только-только туда. Ребята, у нас стрим уже 3 часа идет. Вот да ладно. Да ладно, вы что, серьезно? У, 2 часа ночи, обалдеть. Вот это да. Издалека долго. КАМАЗ едет. Ой, Витя, ты что бросил? Ближе совсем? Надо, Паша, ближе. Что бросил? Прицеп совсем бросил. Да, я прицеп кинул. Я даже не буду его переворачивать, грузить. У меня бревно, тем более, одно куда-то потерялось. Я их уже грузил, разгружал, загружал, и у меня бревно. Давай, поехали, поехали, Паш. Паша, поехали. Ай, назад едь. У меня задняя врум. Да, я вижу. Во-во-во-во-во-во. Где-то давай есть, так, может, на веревочке и поехали пока что. Поехали, поехали. Ой, я тебя вижу. Так, сейчас попробую я тебя сначала заправить, чтобы это не париться уже. Давай, а потом давай, попробую давай, тебя давай. Вытянуть. Так. Че, можешь пока отцепиться, Паша? Вот. Иди есть пока контакт. Выключи. Цепляйся там, за меня, а то у меня солярки берется. Хватило. Хотя я вижу тебя. Вот. Оп. А, Витя, принимай. Принял.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты куда меня тащишь? Подожди, знаешь, что я сейчас сделал? Дай-ка я попробую это, в березу упереться. Стой, отцепись от меня! Отцепись! Сейчас оба упадут там где-нибудь. Сейчас я в березу упрусь. Подожди. Паша, это мы куда едем сейчас? Это мы с тобой на дальнюю пилораму едем. Вот на дальний кордон пошли? Да. Сейчас, подожди. А, ну за вот, нам сейчас надо через реку где-то переехать. Чё-то вряд ли, по ходу дела, надо бросать прицеп. Там дальше будет переезд, Дима. Не, не лезет. А тут мы по реке не пройдем, вон там где-то ж есть, вон дорожка. Да там подниматься-то негде. У меня задние колеса висят, получается. Камера оттянусь. Слушай, по-моему, вот, ты ближе стал, нет? У вагончика немножко, будем съезжать, немножко. Короче. Вот, задом. Будем съезжать у вагончика. Во-во, пошел. Есть. Выворачивай от березы только. Так, я на ручничке, сейчас мне надо куда-нибудь перецепиться. Подожди, только не бросай меня. Владимир, мы тут с тобой не спустимся. Так я говорю, надо вот сюда. Как? Ты блин, говоришь, а у меня задняя была включена. Ты утверждаешь или что? Или говоришь? Предлагаешь. О, мне. Вот тут. Блин, я у вагончика, я тебе говорю, надо попробовать. Да тут жесть вообще. Ну проверим сейчас жесть. Что это? Ты подожди, не спускайся пока. Ты что, меня за прицеп подержишь? Мало ли. Поздно. Или ты уже так, все. Что-то пока больше не тяну тебя я. Во, пошел. Давай тогда, что я сейчас буду пробовать. Блин. Ну, Диман, я не спустился, я просто упал. Как упал? Да ладно. А, Толян, я тебя вытянул, прикинь. Спасибо. Я прям ни разу не спустился, я просто... По жесткой. Спасибо. Короче, сейчас будет жопа, походу, Паша. Ай-яй-яй-яй. Там мне главное в реку не уйти бы тут. Не, ну у меня в автономке там лежит, и мне хватит пока что. А, ты тут ой, подниматься будешь? Ну я нет, я, наверное... О-хо-хо, Паша, жесть! Сейчас ну, смотри, я на сейчас подъем я упаду, могу сейчас подъехать, если что, тебя просто лебедочкой подтянуть. Ну я даже не знаю, сейчас куда попробую пословить. О-хо-хо, Паша, вот это почти. Милый. Сейчас отцеплю. О! Стой! Так, а если я прямо в реку сюда, тут глубоко? Вот тут вот за березой, Паш. Не-не-не-не-не-не, подожди, лебедку мне не надо. Мне надо. Проверь глубину вот тут вот за этим, за березами, впереди меня. Да там глубоко. Ну проверь, елки-палки. Попробуй жопой туда заехать. Да я тебе так скажу, там глубоко. Ну я прицеп потеряю тогда. Да я. Да какой тут, я вижу, что здесь. Вить, ну я на подъемчик всё, сюда вот, подъехал. Да нормально, чё, давай меня сейчас даже, с воды потащишь. Да нормально, я с берега прохожу. Съехал, уже нырнул. Ну с воды меня сейчас потащишь, готовься. Все, я поехал к зеленке. Ну если давай, морду тебе да, в это, вправо вытягивай. У меня прицеп упадет тогда. Прицеп. Да никуда не упадет. Ну соберем, автономка есть. Да, собирать-то фигня какая. Вот это кино. А сейчас утопишь машину просто и все. Да у меня ремонт, если что, да? О, отлично, сейчас. Если что, есть ремонт. Не надо близко, не надо. Так, все. Диман, давай, короче, а. Где твоя жопа? За дерево вон справа хватайся, да вытягивай потихоньку. Да я не вывернусь тут еще, береза-то сраная мешает. И чё, сейчас ты меня... Включи заднюю скорость, а? Так, ну, в принципе, наверное, здесь и чё, уже... мне это не поможет. Здесь уже вылезешь. Да. Ну, дай назад, мальчик. Мне так, лучше мне в эту сторону повернуть. Давай-ка, мне подожди, всё, стой, у меня мой Урал там где-то неподалёку. Я отцеплюсь здесь. От тебя, попробуй ну, за это, за дерево. Ой. Блин, у меня тут почти обсохло. Попробуй влево морду потянуть. О, морду потянулась влево вроде. Зачем ты влево-то её тянешь? Да потому что у меня вправо не выходит, и там береза мешает. Так надо было заднюю врубить. Сейчас я прицеп... Надо было заднюю передачу врубить, а он бы тебя маленько на гору заскочил бы. Оп, нормально, прицеп упал. Так, третья ночь, ребят. Так, сейчас, чё, Паша, с воды меня будешь брать, если чё? Да как я тебя возьму-то оттуда, там всё. Ты сейчас утопишь машину. Да с какого? Блин, Дима, сейчас утопишь машину, я выйду. Я надоело.
так, угрозы пошли уже, по-моему. Это шанс. Да потому что я знаю, что там глубина бешеная, он лезет туда. Да нормально тут глубина, Паша, вот я еду, блядь, ничего не там. Сори. Ну все, ну молодец, хорошо, что там лезешь. Слушай, не надо истерить, ё-моё. Все, я к вам поехал уже, че вы там? Где вы там, че вы там меряете? Чем вы там меряетесь? Чем вы там меряетесь? Вон что-то сзади светит. Я ж посмотрел, что оно там не сильно глубоко вроде с виду. Надо было по. Оно за березой там видно была яма. Вот в середине, где я нырял, там было вообще, я тебе говорю, я с берега съехал, у меня пол капота ушло сразу. Я на полметра отъехал, у меня пол капота нырнул. Ну а по тому краю. Что вы там делаете? Плаваете, что ли? От берез-то. Если бы там было. Давай, Паш, поехали, поехали. А я вас вижу, ребят, прикиньте. Я на другой стороне еду. А вон сзади там кто-то ползет, двое, это кто такие? Это вы сзади? С Коляном? Да. Я на другой стороне еду пока что. Я один еду. А там я вижу, тут светится там. Это желтенький, я желтенький на Урале. Витя, ты, наверное. Так, а сзади Колян, я, ты? Да. Там это мой КамАЗ дефолтный стоит. Блин, 37 литров, ёкарный бабай. Ладно, поехали. Ой. Так, ну я сейчас, в принципе, до заправки-то я доеду, я думаю. Должен, по идее. Теоретически. Паша, мы хоть правильно едем-то? Да. Вон мост, видишь? А, да, там вон КамАЗ мы стоит. А вон там еще кто-то на горушке. Это Колян, что ли, там? Да, я. Да. А, так мы тут сейчас... Кто быстрее? По-любому я. Да ладно. По-любому. Сейчас я дальнюю эту включу. Ой, повышу. Нифига, у тебя Колян весь крас светится. Ну так. Я повышенный врубил. А, так было Колян. Задумано. Ну давай, Витя, догоняй нас, что ли. Пытаюсь. У меня автомобили загружены на 8 очков. Паша, я подожди морду мне, если что, подправишь. Стой, стой, стой. Ты сам цепляйся. Давай, лебедочкой меня поворачивай. Подтягивай. Почти уже, почти. Давай, давай. Чё, ты не тянешь? Я тебе говорю, Диман, сам цепляйся, мне вот как тебе сподручнее, так сказать. Ты же видишь, как там чё. Ты если чё, говори, я вперед газану. Не-не-не, подожди, подожди, надо мне сейчас, а то я свалюсь. Сейчас я назад немножко. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Так, ну-ка давай, Паша, потихонечку подтяни вперед. Поедь, ну. Давай. Отлично, у меня соляра хватило, прикиньте. Подняться. О, стойте, у меня же этот. Заправиться надо, Паша. Стой. Стою. Пересесть. Стой, стрелять буду. Стою, стреляю. Ох, Дима. У тебя сколько литров, Дима? Я не знаю. 350, тебе надо сколько? Так. Увидите, стоит этот. У меня КамАЗ прям возле заправки. Да вот у меня стоит, вот тут у моста вот этот мой. У меня тут, если что, бензовоз завален, и наверху есть, подъезжайте, заправлю. Я его вот просто спустил. Парни, давайте будем. Паха, чё уже накатить душа требует? А? Накатить душа требует. Да. Уже да. Да, уже да. Я бы тоже бы сейчас пивка, блин, разливного, бутылочку. Но, увы, и ах. Я уже тут держусь, как могу. Поехали, Паша, поехали. Поехали. А стрим все никак не заканчивается и не заканчивается. Ну и спуск. Серпантин тут такой, мама мия. Паша, давай, газуй, газуй! Меня? Короче, ребят, по-моему, в будущем на шаландах не будем на стримах ездить. Почему? Не, ну если карта нормальная, это карта такая. Ну да, карта сложная, конечно. Я тут с роспуском пробовал, блин. А вариантов, ну, толку нету.
Пошел, убегай на повышенную чешу. Паша! Я куда я тебе убегу-то здесь? Ну блин, я с прицелом. Со врага сброшу. Кстати. Судя по отдаленности звука, да. Вариант такой. Да-да-да. О, кто-то сзади, Витя сзади. Ух ты, сзади. Витя весь светится, как лампа. У вас там что, пробки? Аладдина. Да. Да тут Паша вообще конкретно. Паша тут что-то задерживает очередь. А, так я без дифа еду, ё-моё. Включи ты, блин. Да. Давай, я уже тебя сейчас пихаю уже тебя. Пошел. Я Витя, без Витя, дифа. Витя, гоняй, Дима. Витя уже сзади подпирает меня. Ух ты, нифига пошел, сейчас кувырнешься там где-нибудь. Все, давай, езжай. Так, будь здоров, тебе пожелали. Спасибо. Нифига тут. А, Паша порожняком едет? Ну, он меня сопровождает. А-а-а. Группа поддержки. На всякий случай. Вот, все, видите, свет у всех работает. Вот я прям камеру далеко оттянул. Все тут прям, ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Оттянул камеру, блин. Не шали. Твои очки, они бесценны. У меня-то там недалеко 260 стоит, но, блин, как всего. Ну, я 4 везу. Я 2. Дима 4. Тоже 4, да. У меня 14 очков за карту, вообще я молочага. Но это с Пашкиной помощью. Да, я бы тоже там поднялся бы. Ты едешь, Дима? Да, но я потихой как бы иду на этой. Попробую сейчас на автомат, конечно, блин. Да не надо на автомат, ты едь лучше, чтобы уже доехать, Диман, дорога ужасно узкая. Там слететь вообще как делать. Я уже три раза улетел. Да, прицепик у меня. О, там... прицепчик у тебя тут, смотри. Да, я вижу, да. А как мне, у меня его никуда ничего. Газуй. Прям по краю он идет вроде. Я и так уже стараюсь тут лезть как бы. Ой, это чей-то бенза. А тут смотри. Привет. Колян прилег. А это я так, чтоб не мешался. Спрятался. Вон, все, свет у него тоже работает. Ай, не за что. Капец, у меня, прикинь, у меня просто по ширине машина не вылазит. Да, у меня тоже что-то, я беру ближе к этому, а он все равно, зараза, его спрятает. Но он не лезет уже туда. И тут уже мало. Что там, горка будет впереди или как? Впереди. Ой, Диман, тут вообще опасный момент. Ой, вообще опасно. Все, Паша упал. Паша улетел. Да ладно, порожняком, что ж будет это? А, ну вот, я вот так же. А я не знаю, что я с прицепом как пойду. Так же и слетел. Да? Аккуратнее там, ребята. Сейчас Паша разгружусь, что-нибудь попробую. Надо, знаешь, наверное, лебедочкой пробовать цепляться, лебедиться тут. Сейчас я попробую. Лебедись. Наверху точек нету. Сейчас я в это, Паш, разгружусь и вернусь. Паша валяется тут. Не, он стоит вроде на колесах. Ну да, ну он туда просто ушел. Да я раскидаюсь. Оу, я нормальненько тут проехал, аккурачком так и попал. Ну Паша на повышенный там шел по-любому. Ну Паша обдумал. Паш, может это, давай я попробую тебя лебедку. И сейчас завалишься, Витя. А ты меня не вытянешь. Да, попробую. Ну давай. Что-то мы сейчас. Едем, туда хоть едем. Сейчас немножко выровню тут, вот, где более-менее. Туда, Димон. Да, со светом вообще другой разговор, да, парни? Неплохо, но... Как бы хоть уже можно разглядеть, где кто есть. Ну да, если знаешь. О, вылез почти. Да, ты поднял его, никогда. О, Витя, спасибо. Вытянул. Так, на дорогу смотреть надо. Аккуратно. Блин, хотел на повышенную. Витя, у тебя светится у меня прицеп сзади? Да. Фонари мои задние. Да.
светится. Паша вообще там какой-то ксенон. Такой синий прям цвет аж лупит. Ну что там у нас в процессе? Какой-то поворот пошел с горкой. Точка там слева, кстати. Пусто. Слева точка не открыта, он у меня какая-то почему-то. Да, да и бог с ней. Она нам уже погоды не делает. Да, Квадратзон пишет, со светом вообще классно. Со светом вообще супер просто. Да, еще до ума его бы довести бы. Ну как бы в принципе уже отличненько. Не, ну уже да, уже лучше, чем было. Но все равно еще бы это. Какая-то разобраться бы летало. Так, тут-то что, развилка какая-то, куда ехать-то? Ты по прямой едь всю дорогу, ты там хоть разветвляйся, хоть не разветвляйся, ты все равно на пилораму едешь. Точно? По-любому, я же уже тут. Я второй раз уже... Кудряш, ты как далеко еще ехал. О, очки добавил, Колян. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ура, вообще мега прущий. Да. Вот, ты глянь, а. Паша вообще едет как на этом, на Жигулях как такой. Видите, сделал на ровном месте. Там грязи меньше просто. Да ладно. Вон, я тоже смотри, как полетел. Чего вы там, летчики, далеко, нет? Да, у нас тут это... Гонки. Ты тоже на повышенный, Дим? Да. С прицеп! С ой, прицеп, я уже Коляна вижу. Все, кто меня догонит? Ну нет, догнать-то я вряд ли догоню, конечно. Ой, я застрял, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Придется на пониженную, наверное. Не-не, нормально. О! Нормалек, жесткость пошла. Вот тут Колян зажигает. Колян! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блин, жалко, скриншот будет у нас финальный. Вижу пилораму, да ну нафиг, не верю. Вижу пилораму. Да ладно, что правда пилорама? Ну, да. Да вообще, ну, что, это мираж, наверное, без, что ли. Без форс-мажоров никаких, что ли, что это? Неужели? Быть такого не может. Да мы доехали, все. Офигеть. Да вот это, вот это нам повезло, а, ребят, мы доехали до пилорамы. Можно я скину? Давай. Давай. Я для дайте мне доехать, чтобы парень. Красивенько, дайте я доеду хотя бы. Давай, давай. Чтоб картинка это не мешала. А, вот. Выезжайте обратно вот здесь, заскринишься, здесь широко. Ну да, да, давай, Паш, пускай это. То есть Дима разгрузится. Так ты меня тоже можешь скинуть. Может, а? Что-нибудь может дадут. Пирожок. Все, давайте рядышком вставайте. Сейчас я тоже разгружусь. О, 2 часа 7 минут, ребят. 2 часа. И я тоже разгрузился. Все разгрузили. Что? 2 часа 7 минут. 7 минут? Да. Как у тебя немножко поменьше. Ты же перезаходил. Но я вылетал, да. Да. Блин, жалко, вот. Темно, конечно. Ну, как всегда, блин. Как свет мы... вообще супер, да? Освещение есть вообще, не ништяк. Свет есть, все нормально. Да. Ну, сейчас скрин вообще самый классный получится. Так, надо подтянуть сейчас. Давай поближе, Димака. Да, к нам поближе вставай. Блин, ну я не знаю, как мне лучше сделать здесь скриншот, конечно. Кстати, Дима, у тебя почему-то бледные фары. У нас у всех яркие такие, а у тебя бледные. Бледные. Нормальные должны быть.
Но они немножко бледноватые. Ну, то есть не такие так, яркие, как у всех. Ну так, нормально. Так, что там, сколько времени? 4 часа, блин, сейчас светать начнет. Ладно, давайте я стрим останавливаю. Ребят, спасибо всем большое за просмотр. Всем спасибо. Спасибо. Всем пока. Видео можете смотреть в обоих группах. Да, что драйвер 51.рус, можете группу посмотреть, что Виторган 177, можете видео посмотреть на каналах наших. Вот, так что смотрите, если хотите, если не хотите, не смотрите. Я смотреть как, не буду, честно признаюсь. Как хотите, да? Не хотите, как хотите. Ладно, да, все, да. Ребята, всем спасибо. Подписывайтесь в группу, на канал и смотрите видео. Виторган 177 уже хотел сказать. И драйвер 51.рус. В группах будет видео с данного стримчика. Прокатились нормально. Спинтайрес Клаб, там тоже будет видео. Во, тоже будет во, видео. Во-во-во, точно-точно, Спинтайрес Клаб. Так. Вот так, ну что, всем спасибо, ребята, всем пока. Всем пока. Свет будет выложен буквально вот-вот. Так, запись, стоп. Стоп. Стрим. А стрим у меня не останавливается, ребята.